Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и надеюсь, вам понравится мой новый стрим, который вы сегодня увидите. Что я хочу сказать, это то, что он, скорее всего, будет веселым и все дела, и, наверное, музыку надо сделать чуть-чуть потише, типа вот так вот. Что касается стрима, я не знаю, честно говоря, как он будет проходить, но, по идее, вы должны скоро его увидеть, в любом случае, как-то так. Да, вот он у меня появился в эфире, все такое, все дела. В общем, все в этом плане хорошо. Сейчас я его даже, скорее всего, добавлю в чатик отсюда. Давайте сделаем вот так вот. Я думаю, что чатик сейчас появится. Так, раз, два, поехали. Вот, чатик появился, отлично. Агась, всем хай, да. Кто только что пришел, потихонечку будем разгоняться, как всегда. Смотреть, что, что, зачем, почему. И думаю, что все будет хорошо. Так, пока трансляция идет хорошо, все нормально. На ютубе прям-таки все отлично у меня показывается. Тестим новую фичу а-ля запуск трансляции автоматическим образом, создание и так далее. Ну, думаю, что будет все хорошо. Ладно, пока тестим, запущу, думаю, скайп и позвоню другу. Кто-то же должен сидеть со мной, правильно? Здравствуй, друже. Привет. Агась. Конечно, должен кто-то сидеть с тобой. Угу. Тебе скучно не было. Вот-вот. А еще так. Ты как-то в пробках должен чаем кормить. Агась. Желательно печеньками, а не чаем. А то чаем как обольете горячим. Прям страшно становится. Печеньки тоже только из духовки. Да что ж такое-то, что же у вас все из духовки да горячее? А вот, в любом случае, вроде все нормально. Так, ну не знаю, почему-то у меня немножко неправильные настройки видео пишет, что у него там. Так. Текущий битрейт. Странно. И что у меня слишком высокий битрейт трансляции, ну окей, ладно, все нормально, пофиг. Так. Нет, в Warcraft я по субботам играть не буду. Это была пробная версия игры в Warcraft. Так. Ну давайте начнем со стандартного уже в последнее время Minds and Magic. Да. Попробуем там что-нибудь сделать. А попутно найдем кого-нибудь, кто может нормально помодерировать, например, колдуна, думаю, выдать ему модерку. А я может его так заблокировать. Это Twitch. Ну ладно, выдадим модерку. Кстати, по идее, теперь функция модерирования доступна, в принципе, постоянно. То есть, если я разово выдам кому-то модерку, по идее, она у него останется. Вот, потому что у меня сейчас... Они запустили новую систему, которая позволяет как раз-таки выдавать такую модерку, скажем так, перманентно, наконец-то. Если так, то это хорошо. В любом случае, да, должно быть хорошо. Ладно, что, разгоняемся потихонечку. Я думаю, сейчас пригласим людей. У нас первые люди появились здесь. Так, эта игра больше недоступна. Серьезно? Minds and Magic больше недоступна? Серьезно? Правда? Вы меня обидели, ребят. Так. В смысле, больше недоступна? Ну, у меня пишет, что она больше недоступна. Ага, Minds and Magic. Так, это будет обидно, если ее убрали. Создатель, не вздумай такого делать. Почему? Я же вроде подключился, все нормально. Я создал. Да, и пишет, что эта игра больше недоступна при попытке приглашения кого-либо. Я понимаю, что ты создал. Но проблема в том, что при попытке... приглашение кого-либо в игру, ну, вот можешь даже попробовать меня сейчас пригласить, ты увидишь, что она почему-то недоступна. Печаль такая. Сколько идет стрим, не поверите, целых 4 минуты. Это очень мало, много, не знаю, но в любом случае это столько, сколько есть. Сейчас будет очень печально, знаешь, если у меня, короче, все карты, типа, недоступны, это будет просто весело. Жестоко. Ох ты ж. Ох ты ж, ох ты ж. Что? И правда так? Ужас-то как.
Оказывается, у нас благодаря Доге он прям тут наспамил очень хорошо, что там стрим Дезы на СГ, на Твиче, везде, короче, ведь. Все везде и всюду, короче, можно посмотреть. Да. Ну, на СГ, правда, я редко выкладываюсь, поэтому там как бы дело такое. Ладненько, пригласим кого-нибудь, я попытаюсь пригласить опять тех же самых, кого приглашал, то есть только что, соответственно, чтобы они не обижались, не говорили, а вот ты меня только что хотел пригласить, но не пригласил. То есть, все-таки не запускается этот... Да, да, он не запускается, я пробовал только что. Ну, то есть, дело даже не в том, чтобы его именно запустить, а в том, что я туда никого не могу пригласить, потому что... Я понял. Да. Странно. Такие дела. Ну да, к сожалению, ну а что сделаешь? Ага, и спасибо вам тоже, ребят, хорошего стрима. Для того, чтобы вас пригласить, мне нужен ваш никнейм. К сожалению, по имени и фамилии я не могу его определить, поэтому пишите сообщение, соответственно. Мы не контакт, мы по имени не ищем. Ну и, к сожалению, искать из 3 миллионов присутствующих игроков, или сколько там в данный момент присутствует, одного вас... Это довольно-таки проблематично. Поэтому вы можете спокойно находиться в сообществе, я оттуда вас уже приглашу. Да. А пока мы запускаем Lottery Defense. Быть точно, соло Lottery Defense, что неожиданно. Да, проверишь. Никрейсер, хорошо, следующую игру попробуем пригласить. Вообще, надо, кстати, как-нибудь вас записывать уже все-таки. Я записываю. Ты записываешь, да? Да, только где написали ник. Чё-то... Ну, Рейсер, короче. Рейсер. Угу. Сейчас сделаю экранчик. И да, спасибо, что напомнили заранее. Вечная проблема. Любимый экранчик. Камино. Мистер маленький экран. Да, я помню. Помню. Кого? Экранчик? Ага. Ну, Доги пришел Делюкс. А точнее, весь комплект делюксов. Все и вся. Откуда у тебя такие деньги, Доги? Так. Ну, пока немного, но попутно наберемся, я думаю, ничего страшного. Так. Бамс. И мы сделаем... А, вот возьму и соло пойду. Соло, соло. Тут, знаешь, когда соло-мод, короче, ты надеешься только на себя, но зато ты получаешь бонус экспы. Тёнь-тёнь-тёнь-тёнь. Выбирай. Я думаю, на харде буду. У меня особо разницы нет. Соло, да? А? Всё-таки у нас соло. Да, у нас соло. Так, крит шанс, я думаю, вложусь в крит шанс. И с этот... Атак спид. Спид-атак. Так, мне еще хватает на одну рейнджу повысить. Там есть, конечно, усиленные настройки, но я ими не особо пользуюсь. Не сразу лучше. О, не везет. Я пока не смотрел, что мне выпало. Мне выпало сталкер. О, мне танк выпал. Прям хорошо. Мне выпал гидралиск, танк. Откуда эти будут? Сверху. Понял, 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 понял. Также мне выпал луркер. И песик. Я думаю, я смогу это сделать. Не нравится то, что я буду получать намного больше экспы за счет... Скажем так... Так, ну понятно, кого мне уже, короче, сейчас улучшать, конечно же, это проще сразу делать. Так, где у меня протосы? Улучшили. Блин, все отлично. Не привык в соломоде играть, тут все по кругу ходит. Так. Может, даже не знаешь, кого бить. Энтаро Тасадар. У нас только 3 мародера смешутся или 2? 3 должно, по идее, быть, нет? 3. Вот, ну также 2 сталкера. А, слушай, 2 сталкера можно смешать, я что-то забыл даже. Я думал 3 сталкера, но нет, оказывается, видишь, 2 всего. 3, 2, 1, раунд, старт.
отлично, у меня Darkstalker с жестким уроном, учитывая, что у них всего 450 хп, я думаю, будет классно. Так. Док, если что, там карай неверных всяких, ладно? Я думаю, ты сможешь это сделать. Желательно всех. Желательно всех там. Ну, желательно кое-кого, на самом деле, кто сидит и страдает фигней. Вот я даже не знаю, кто бы это мог быть. Так, ладно. Танк у меня вроде достает довольно широкой зоны такой. Так что таймер скипнут. Мы снова с Доги играем в азиатов на Твиче. Угу. Это по-другому. Сколько? О! Там же, по-моему, смешать надо гипер врача и гипер этого. Угу. Гидралиска можно. Да-да-да. Да-да-да. Именно так. И никак иначе. Так, сейчас получим наконец-то желанное очко минералов. Получили. И нам дали снайпера. Он мне был так нужен, конечно. Я себе создал Ралозаура. Сидел, мечтал о снайпере. Что я могу сказать? Ну, снайперу можно себе смешать. Сейчас получу я наконец-то спектра. Хотя да, в принципе. А, ты продлили меня. Кстати, да. В соло, если играть танк, классно ставить в самую середину, прям где у тебя, откуда у тебя выходят юниты. Он тогда достает по всем сторонам, но не по углам. Ну вот именно, что он достает по сторонам, а тут он, считай, захватывает большую часть с углом вместе. Но на самом деле там разницы особой нету, если честно. Дайте мне мародера. Да не морпеха, а мародера. Вот, у меня появился спектр, который довольно шустро стреляет по 320, так что я вполне себе доволен происходящим. О, отлично. Вы двое. Оно нас смешано. Что называется, когда Доги делать нечего, он рисует бегемотов. Пусть рисует. Хоть чем-то займется, да? Угу. И то верно. Так, ждем добавления минерала. О, ребят. Прокачаю. А, тут, блин, соло-мод, я забываю постоянно. Соло-мод, да, здесь нельзя, типа, орать. А, передайте мне там это, то все. Точнее, орать-то можно, только тебе никто ничего не передаст, потому что никто ничего не... Мне Марин один просто нужен. Бывает. Я не знаю, я иногда просто бегаю и добиваю. Знаешь, просто в наглую. О, брутал. Брутальный брутал. Ну, очень брутальный, да. Я вначале где-то до 200, до 300 прокачиваю за троечки, потом прокачиваю за пятерочки. Наверное, сейчас буду делать сразу за пятерочки. Потому что у меня хард волна, и она довольно жесткая. У меня тоже хард. Угу. Ну, нам с тобой в этом плане не повезло, и мы сольемся довольно быстро. Не знаю, у меня пока все нормально. У меня два танка стоит. Не, ну у меня пока тоже все нормально, правда, у меня не два танка, но в целом все зашибись. Мне пока что урона хватает. Лоркер на угол, как обычно. Ему там лучше всего стоит. Ну да. Ну, считай, там всплышой всех бьет. Угу. У меня довольно странная, жаркая погода, непонятная. В целом нормально. То же самое. Это спектр. А, он то это все тот же. Ну так нет, я как бы как раз его посылаю некоторых добивать, ну, чтобы пошустрее как-то проходить волны. Бегемот. Ага. У меня уже пятая волна, у тебя какая? По идее, у тебя тоже пятая. Фактически та же. Ну да. Точнее, у меня шестая уже сейчас будет. Ну, или шестая. Пятая. Тут непонятно, то ли она пятая, то ли она шестая. Пятая все-таки. А нет, стоп, шестая. Так не, нет. Можно проходить быстрее. Ну, если, конечно, один задержался там где-то. Можно проходить быстрее. Или если быстрее убьем. Так. Пока раскачка идет довольно неплохим ходом. Два госта.
Нет, не спектр, снайпер. Так. А кого со сна... Понятно. Ну там как бы да, проблемно немножко. У меня как раз нету одного вот мародера или одного Марика. Мне бы Дедхантера бы. Дедхеда, точнее, мертвоголовый. Вроде бы. Мертвая голова. Ну да. Ну можно и так сорви, сказать. Сорви голова, что-то типа такого. Ну да, там в разные вариации. У меня три танка стоит, мне нормально. Ну тебе-то да. Ну да, у тебя что-то. А ты за три покупаешь? Уже. Он кто-то говорит, что у него бомбануло, он всех юнитов запихнул, и у него случайно получился огромный тош. Бывает, что я могу сказать. Секретный юнит. Угу. Да ё-моё. Ну, кстати, так и не это. Я тебя спрашивал, когда пойдем. Да? Ты про это спрашивал? Я думал, ты про другое. А что еще может ассоциироваться с Lottery Defense? Не знаю, но у меня появился Рейнер. И, видимо, у меня сейчас будет второй Рейнер, если мне выйдет Сорвиголова. Да, именно так, Макс. Только я так и не понял, нафига он тебе вообще нужен. Что это ты вдруг про него вспомнил, так сказать. Ну, я смотрю, сейчас вроде жизни у всех... Стоп, а почему у тебя плюс одна жизнь? Эй, читер! Ты проплатил себе жизнь? Да. Ах ты, читак. Какой у тебя, кстати... Нет, я не платил. Какой у тебя, кстати, левел? 13-й, почти 14-й. Я не помню, как это называется, да? Ты читер, ты проплатил себе жизнь. 100 пудов. Я не... Ай-яй-яй, как ты... Страшно. Серьезно, стрим лег. Разве? Пишут, что да. Трансляция отключена, лол. Что, серьезно? Ай, лол. Короче, я прифигеваю просто с новой фишки вот этой. Я так и думал, что какая-нибудь хренотень на ней произойдет. Серьезно. Просто ни о чем. Жесть. Да. Главное, смотрю, картинка есть, а то, что она двигается, я не заметил. В смысле, картинка есть, то, что двигается, не заметил? Ну, раньше, когда стрим отрубался, черный экран показывался. А сейчас, а, сейчас вот, картинка, да. Зависла. Да-да-да. Так, ладно. Но сейчас... На ГГ это все норм. Ну, на ГГ понятно, и на Твиче тоже все норм, там тоже все идет. Как бы. Да, вот, показывается лайв. Ну, короче, YouTube сегодня как-то это лежит, отдыхает. Не нравится ему, видите ли. Я сейчас стрим Твича идет, отлично. Почему стрим на Ютубе не идет, вот непонятно, правда. Стримкей. А ну пошел. Стоп стрим, начать стрим. По идее должен запуститься, но честно я в этом уже не уверен. Так. Ну, будем надеяться, что он все-таки подымется. Должен. Угу. Эй, куда? Умные люди перебежали тут же на ГГ. Так, ага, вот он сам по себе начал подниматься, лол. Короче, мне кажется, что у них эта бета-версия, она немножко такая... Ну ладно, люди сейчас придут, я потихоньку объясню, в чем проблема. Потому что у меня пока пишет, вот, все, я в эфире вроде как. Так, ребят, объясняю, в чем суть юмора. На Ютубе пошли новые трансляции, бета-версия трансляции, если быть точным. И они немножко нестабильны, как оказалось, поэтому... Ну, проблема в том, что, видимо, я буду периодически, наверное, отрубаться, но это будет никак не зависеть от меня, поэтому я предлагаю
большинству перейти на Good Game либо Twitch и смотреть все-таки оттуда, а те, кто хочет остаться и сказать мне, как же у меня будет идти трансляция на Ютубе, ну, тех милости просим, конечно, сюда. Вот, но в сообществе я разместил ссылку на Good Game, так что вот так. В любом случае, еще раз повторюсь, это тестовые стримы, трансляции и так далее Ютуба, поэтому они сейчас в бета-версии находятся и как-то очень хреново работают. Ну ладно, посмотрим. Так что, если что, заходите на Good Game, там в этом плане все нормально, все хорошо, прям ждем вас там, если что. Ой, не-на-на-на-на-на. Такие дела. Вообще, я не знаю, они как-то странно работают, честно говоря. Все-таки эти трансляции. Какие-то они не такие. Это у тебя там сигналка работает, лол? Да. Выруби ее. Не кирпич жалко тратить. Я понять могу, каково... Так, вроде бы уфигачил. Что творится, блин? Ну так это хорошо, если все убежали на Twitch. И сюда тоже, на ГГ тоже. ГГ отличная стримерская площадка. О, еще один Darkstalker. Наконец-то. Два Darkstalker. Наконец-то дали Марина. Насколько я, кстати, помню, сталкеры же вроде скрещиваются друг с другом, разве нет? Какие? Дарки. Дарк, не помню. По-моему. Нет, он с Immortal, Imbu Immortal. Нужен Imbu Immortal. Torrent Space Marine. А, как бы вы можете спокойно смотреть, просто вы единственное комментировать не сможете. Такие дела. При том, что они не зарегистрированы, они это спрашивают. Да. Ну, смотреть-то вам никто не запрещает, вы не обязаны там для этого регистрироваться. Вопрос в том, что вы не сможете комментировать. Это да. После регистрации, кстати, вы должны подождать, по-моему, 2 часа, у них такая система, и только после этого вы сможете комментить. Сделано для того, чтобы не регали левые аки, типа, если вас забанили и все дела. Поэтому... Как-то так. Так повторюсь, на Good Game и на Twitch Air действует одинаковая система, вам не обязательно быть зарегистрированным, чтобы смотреть. Комментировать уже дело другое. А так, на самом деле, полезно быть зареганным сразу на нескольких платформах, потому что мало ли, как говорится, что. Бывают дела разные. Борода пропустил. Борода! Слушай, ты вообще читер, у тебя 21 очко. Как так? Читак. Геймскор. У меня, короче, топ-скор 1177. У тебя, кстати, нет топ-скора. Почему у тебя нет топ-скора? Как так? Почему у тебя нет топ-скора? Я не знаю. Почему только у вас у двоих есть? Видимо, потому что мы бились с фруктами. Все возможно. Но в любом случае, на Гудгейме сейчас 17 человек сидит. По крайней мере, в чате. Ну, тогда тут как бы уже скорее в интернет-соединении проблема. Потому что, ну, если лаги везде, я тут уже ничем не помогу. То есть, как минимум, у вас не должно быть лагов на этом, как он называется-то, на Good Game. Так, у меня появился второй Рейнер. У тебя Рейнеры. Ну помнишь, как у тебя Зилут? Самую малость их было много. Ты помнишь? Зератулы? Вообще жесть. У меня сейчас 2 Рейнера. Просто так, милашки. У, копи там. Если тебе выпадет 6 Рейнеров, ты сможешь какой-нибудь секретный сделать. Да, серьезно? За 6 Рейнеров делается? Хорошо. Не только. Накопим, если будет надо. Есть, к примеру, можно сделать из 6 рейнеров и нового смешного человека.
О, ну, конечно, фиг ты сделаешь новый и 6 рейнеров за это все время. Что ты не успеешь? Не, можно успеть, там же еще фрукты есть. Фрукты. Ну вот видите, проблемы есть и у вас. То есть, соответственно, не только стрим у меня падает. У меня вопрос, стрим-то сейчас идет? Да, в эфире состояние трансляции, 5 минут как, но большинство, к счастью или к несчастью, но ушло все-таки на сторонние сайты. Так что это хорошо. В любом случае, трансляция доступна в любом виде на GoodGame. Фактически 100% гарантия, если только не упадут сами сервера GoodGame, что бывает, конечно, но редко. По крайней мере, в последнее время редко. Я тупанул. Так, сейчас специально гляну. У меня, ребят, не знаю, конечно, как у вас. У меня стрим не лагает, он у меня идет четко и гладко. Поэтому глянь на всякий случай стрим. Сейчас, две секунды. Меня показывает, что он идет гладко. Я не знаю, честно. На GoodGame? На YouTube. Ну если, да, но если... Не, ну он идет сейчас. Не, ну понятно, что он идет. Я в том смысле, лагает он или нет. Нормально. Чуть-чуть, если хочешь. Сейчас у него что-то там озел. Подлагивает, подтормаживает. А, подлагивает все-таки, да? Ну тогда не знаю, надо смотреть. Но опять же повторюсь, это тестовые трансляции, они сейчас как бы пошли. Да, вот, правильно Доги написал, хоть и капсом. Но правильно. В общем, как он и сказал, есть действительно два других сайта, ссылки в описании, и туда можно переходить, если у вас лагает на Ютубе. Это, повторюсь, идет тестовая в этот раз трансляция на Ютубе, поэтому я не знаю, что с ихними новыми тестовыми трансляциями, но надеюсь, что скоро они это поправят, и в итоге мы будем стримить нормально и все делать нормально. А пока что у вас есть возможность пойти на GoodGame, либо Twitch, и там уже смотреть трансляцию. Если у вас, конечно же, лагает. Если нет, то оставайтесь на Ютубе, и все будет хорошо. Повторюсь, регаться на GoodGame или Твиче не обязательно для того, чтобы смотреть там стрим. Неожиданно, не правда ли? Так что... Еще раз, уже раз десятый, кстати, по-моему, говорю конкретно Михаилу, что там не обязательно регаться. Не знаю, видимо, Михаил не слышит из-за того, что на Ютубе стрим упал. Опять? Нет, я имею в виду, подлагивается такое. А, ну, можешь ему написать, короче, тогда? Да я не знаю. Просто, еще раз. И сейчас Доги ему сейчас... Ну или Доги, пусть Доги напишет, да. Напишет уже. Что у тебя там, кстати? Нормально все? Я так смотрю, да? У тебя Black Hammer. Посмотри, кто у меня уже стоит. У меня царь-пушка стоит. Царь-пушка. Я царь-пушка. Да я пол игры Майлз покупал себе за один минерал персонаж. Зачем? Чем ты занимался таким извращением, честное слово? Не знаю. Мне было скучно, я решил попробовать. Оу. А, не туда смотрю. Ну вот это, кстати, минус как раз GoodGame и Twitch, то, что нельзя поменять качество. Такие дела. Но для этого нужна партнерская программа. Для этого нужна партнерская программа. А чтобы ее получить, нужно, по-моему, энное количество подписчиков от 400, по-моему, и там, и там. Почему? На Twitch можно же? Нет. Видео quality. Жирату! В настройках видео quality. Разве? Ну там, по-моему... Есть. Или... А, окей. Тогда, значит, мой косяк. А на GoodGame нельзя. Это да. На GoodGame, да. У меня жиротул выпал. Жиротул? Угу. 3-2-1 за Айер, все дела. Побежали. Маленькие, быстрые... люди. Отлично, хоть одну сделал.
Как-то недоработана одна вещь немного. Можно продать первый, второй, третий фрагмент артефакта, но четвертый и пятый нельзя. Можно. Как? Для этого нужно, короче, ну как тебе сказать, сейчас объясню. Для того, чтобы собрать определенные объекты, нужно собрать определенные скрытые юниты. Угу. Если ты не соберешь скрытые юниты, то ты не соберешь эти объекты, типа того. Бамс. Все, все, все добил. Здесь сокращение. Я же добил вроде всех, нет? Кстати, здесь иногда еще бегает мини-зерлинг. Если его убить, то ты получаешь что-то там. А что, не помню, кстати. Борода опять пропустил. Борода, как ты мог? Такие дела. Так, я думаю, сейчас сделаю бам. Даже одного еще следующего зацепил. Вон, инфестор говорит, что у него 3 тасадара. Я вижу. Тасадара, тасадара, тасадара. 3 тасадара. Ну, каждому свое. 4 тасадара у него. А нет, это сталкер. Царь пушка, ты куда пошла? Вернись назад. Взад вернись. О, могу вызвать еще одну. Царь пушку. Но нет, мне выпал карак. Сколько у тебя рейнеров, кстати? Уже. 3. Можно тайкуса собрать. Если собрать 2 стуковые и 3 этих. А нет, стоп, рейнера 2 у меня. И 3 рейнеров. Рейнера у меня 2, мне нужно кирикан. Угу. 2. Боже, ты успокой ты уже его. Ведет себя как ребенок, честное слово. Ты про Макса? Да. Че? Большинство до голосования на ГГ. Так, в эфире стрим опять. Я проиграл. Окей. Так, ладно. Чё у нас там? Так, артобстрел пока, кстати, помогает довольно неплохо. 2 иммортала. Никсалар, окей, попробуем взять. Так, ну пока я запомнил 2 человека, это Рейсер и Салар. Где? Так. Не, у меня, кстати, все отлично пока здесь проходит, мне прям нравится. Да, четко, гладко. Тоже. Четко, гладко, ничего не теряется. Бывает у нас какие. 2 Блокхаймера. А ты из них, по-моему, уже можешь сделать что-то, нет? А, из них из... Нет, стоп. Из Одина и 4 можно сделать, но у меня нету ни Одина, ни 4 этих. Проблема. Угу. Так. Колосса можно сделать. Ушечку и пошло, пошло, пошло. Отлично, а, минус один отряд. Мне нравится, что Один просто минусует один отряд. Ну да, у него такой
такая атака. Угу. Вы меня собираете. Ну, либо можно делать как так, знаешь, вот, типа, ставить сразу перед отрядом. И, ну, ты как бы два отряда коцаешь, но слабее. Тоже вариант. Три Тасадара, ё-моё, три Тасадара. У меня Архангел. Был бы у него бы еще один Иммортал. Так. Из четвертый Тасадар, класс. Из трех Иммортлов и двух Тасадаров надо собрать еще юнита секретного. Борода покидает, у нее минус один. Не лол, он как-то совсем пропустил. Угу. Печалька. Чего? Ну что, он пропустил. Нет. Что, у нее минус один. Не, я понял. Ну. А чё ты неткаешь? Я не неткал. Ты сказал нет. Окей. Я спрашиваю, а чё ты сказал нет, типа. Ой, я сейчас, вот, кстати, Immortals я аж два отряда минуснул. Лол. Вот они медленные-то, а. Хм. Ну, серьезно, не очень медленные. А у меня, кстати, на Твиче... А, нет, стоп, вот теперь вырубился. Действительно странно. Вообще должен идти. Что это творится такое, а? Не знаю, что-то, возможно, сервера рестримов рухнули малость. Сложно сказать. А у Одина пушки чешутся. Ну, в любом случае, ГГ сегодня доступен, так что... Он всегда с вами. Типа того. Продолжаем минусить Тором, Одином и всеми прочими железяками, которыми можно что-то минусить. Так. Теперь каждые 10 убийств наконец-то будет. Да ладно. Окей. Что? Что да ладно? Ну, он говорит, я помер. Серьезно? Как он умудрился? Ну, я о том же, да ладно. Как он умудрился, сейчас слово. Так, а я, кстати, не помню, по-моему, да, все-таки эти собачка сильнее. Как он умудрился умереть? Мы что, с тобой вдвоем, что ли, живы? Это при том, что они на нормале играли. Как так? А мы играем на харде, еще ни одного не... Стоп, а нет, блин, я иммортлов... Фига ты пропустил! Я иммортлов не добил, они, блин, медленные. Фига ты там пропустил! Я пока стрит, смотрел, что, где и как стрим. Ни одного гола не пропустил, я сейчас посмотрел, так минус 10. Точнее, ты 11 их пропустил. Угу. Да не медленно. Я не знаю, всех добил. У меня сильных лимитов нету, кроме Усадака. И то. Ты тянь. Сейчас, получается, будешь тогда это пропускать много. Да, возможно. У меня еще один весельчак, кстати, появился. Окей. Очень-очень веселый весельчак, ну ты знаешь его. Тан-т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 ан. На, успел надавать им по шее. А, он отрегенивается. Так. Ты про кого, кстати, кто у тебя отрегенивается? Противники. Так, я не добью, походу, одного. Или добью? А, нет, да не добил. Походу, кто-то не выдерживает. У меня нет сильных юнитов, ни одного. Ты посмотри, я не могу никого нормально собрать. Ты сам себе врешь. Два блэкхэмера стоят, блин, спорежно. Так, а вот сейчас, кстати, идет стрим или все еще нет?
почему-то не идет. Что-то странно, кстати, это как-то Twitch сегодня работает тоже. Ну, как и YouTube, собственно говоря. На YouTube вроде в эфире и нормально смотрится, а вот с Twitch'ом что-то как-то прям... Пшалька. Да, он все еще онлайн почему-то находится. Не знаю, трансляция выключена, короче. Непонятно, мана. Ну ладно, будем посмотреть, что можно сделать. Кстати, вот здесь, возможно, я солью. А может и нет. Сейчас, в принципе, должен буду, по идее, через какое-то время получить юнита. Тинь-т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 инь. Вот мне спектр. А? Говорю, дали мне спектр, на кой черт он мне нужен? О боже, мне дали этот артефакт. Продай. А, я не помню, как его продавать. Написано. В смысле, где написано? В смысле, там и написано. Пиши вот так вот. Точно так же напиши. Ага, окей. Окей. И тебе 5 минералов будет. Круто. А, все, я умер. О! Девушка, здрасте, приятно познакомиться. Мы вас ждали давно. Правда, она мне сказала, что меня никто не спрашивает, ну ладно. Я на нее обиделся и прогнал, взял за место нее стуку. Калдун, ты умер? Как так? Как так, Калдун, ты умер? Я сам в шоке. У меня этот царь пушка веселит, короче. Что-то я как-то криво в этот раз ее пустил. Уже она не такая имба, кстати говоря. Мертвый. А, у тебя нету. Сорви голов. Есть такое, да-да-да. Нет у меня, к сожалению. Можно из 8 зараженных тиранов, которые где-то тут, и двух сорви голов сделать этого юнита, который снижает всем им защиту. Мне бы хотя бы одного. Броню. Сорви голову. Да. Нагась, хаешки. Кто следующий? Понятно. Арес, конечно, не очень, но пригодится как дополнительный урон. Ай. У меня вроде все норм в целом. Вы как-то вообще все слились так, я не знаю. Как так-то? Я, наверное, до 25-й волны дойду и выйду. Да я как-то немножко, я не знаю, криво что ли написал этот. В смысле? Голосование. А что он там написал? Кто нытик ответ? Нытика. Я немножко не понял. Ну, это доги. Что я могу сказать? Это доги. Кривной сливной доги. А, все. Окей. Айс. Не надо задавать глупых вопросов, ты и так это знаешь, тем более, что в описании все написано. А на Твиче вообще никого что нет, только я и Доги. А, так там Твич почему-то не работает. Или у вас опять он заработал? Сейчас глянем. Потому что он некоторое время назад не работал. Ух, мать твою, что это было? А нет, он вообще не работает, он офлайн. Я сейчас не понял, что это был за странный звук, честно говоря. Какой? Ну, у меня какой-то звук сейчас был странный, прям совсем странный. Я ж чуть не перегадился. Так, закрыть окно. Там что-то... Чат резвится на ГГ. Чат резвится на ГГ. В смысле, нет описания. Вообще-то есть описание, опусти пониже, как бы. Такой... Ареса нельзя совместить с Архангелом, его можно совместить с Блэкхаммером. Угу. Немного перепутали. Если что, Архангелы это вот это, а Блэкхаммер это вот это. То есть, ну, все-таки разница есть. Мне бы не помешал бы второй Архангел. А, вот, типа, вот как раз я вам покажу, что вот их вот можно, да, совместить. Вот Архангел. Отлично. Второй Один. В
принципе, могу прямо сейчас построить Гиперион. Ну, если, вообще... если его хорошо вкачать, конечно, то можно. Будем посмотреть, на самом деле, что у меня сейчас получится, но... Потому что, ну, Гиперион, у него скорость атаки хорошая. Время между атаками на 2. Есть такое. Я сейчас буду, короче, поочередно использовать. Я даже, наверное, их на этот поставлю. И поочередно буду их веселую царь-пушку использовать. Тин-т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 ин. Отлично. Царь-пушка прям хорошо работает. Мне нравится. Жесть, чтобы собрать одного из секретных юнитов, нужно аж 4 эликсира стуков. Чтобы можно было менять качество, насколько помню, повторюсь, на Good Game, для этого нужно иметь от 400 подписчиков вроде и подать заявку на получение а-ля партнерки. Ну, статус, короче, повысить. Опять-таки, насколько мне не изменяет память. Так, я сделал 1000 убийств. Доги, блин. Сколько, что у нас там? Посмел менять сообщение дня. Говним. Эй, потише. Лол. Немножко с доги. Угу. Это мало скриво получается раздамаживать их, если они стоят не очень хорошо. То есть на скоростных юнитах. Зератул по кругу бегает. Ну, а чё Зератул? Одного добивает причем и добить не может. Ну это Зератул, что ты хочешь. Если быстрых юнитов несложно добить. Ладно, вовремя там покидать кое-что. Чё, забываю периодически делать. Да я вроде хочу получить еще одну Керриган, сделать еще одну эту. Блин, второй. Второй карок, мужик. Не тот. Не тот, кто нужен. Есть такой, да. Два в один. В одно место, блин. Классно смотрится. Угу. Походу я пропущу чего-то. Какая следующая игра? Пока не знаю. А может и не пропущу? Не, пропущу все-таки. Все-таки пропущу, скорее всего. Добей! Е! Я успел добить еще одного, всего на 2 жизни. Прогадился. В какую именно комнату чата, Дуги? Так. Какая следующая игра? Какая следующая игра? Даже не знаю, честно. Честно, пока не знаю. А че? Медиум тебя просили зайти на YouTube. Пробки, даже говорить, наверняка. Можно, кстати, да, можно, почему нет. А, ну вот, тоже хорошая идея. Голосование на ГГ. Голосование на ГГ? Ну, народу, да, много, можно вполне. Ну, кто-то создает. Ютубчик, короче, у нас падает через раз, я так понимаю. Это да. Каждые несколько секунд он просто падает. Падает. Да. То в эфире, то падает. Нет, тестовые трансляции, знаете, это полное. А ты куда смотался? Я хочу кое-что посмотреть. Боже, как же они жестоко бьют, честное слово. Так, еще один брутальный чувак. Отлично. Добил. Ну, я думаю, надо уже все-таки
куда-нибудь переходить. Так. Хотя у меня при этом показывает, что стрим типа идет. Проблема, собственно, в чем? Так, что у нас там в голосовании? Пробки, Качинран, Рангран, Эволюция, Нексус, Сквадрон или твой выбор. Ха, хотят эволюцию? Итак, серьезно? Дело есть одно. А, ну вот. Хотя у нас эволюции, в принципе, давно не было. Сам зашел. Не знаю, мне почему-то Майнсинг Magic работает. Да? Угу. Я только что в доги проверил. Да, люди приглашают. Странно. Я о том же. Ну ты видел в начале стрима. Я-то видел. Так, 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 давайте попробуем все-таки его создать. Что у нас тут будет веселого? NGP-ончик. Как у него так вообще? Поначалу 1000, если прокачивать, то уже. Нет, это понимаю, я в смысле скорость атаки. А, 0.02. Ну да, есть некоторый скорость, смысл. Шустрая. Атака. У него еще Ямато. Я видел, его там вкачивали до 30 тысяч, он всех разносил. Карты пиши. Не-не-не-не-не-не-не-не! Стой! Собака! Не добьем. Печалька. Много здоровья осталось. Еще и неудача за 20 минералов. Вообще печаль. Ну ладно, Гиприон вроде будет сейчас дамажиться, то более или менее. Куда ты там полетел, ё-моё? Стой на месте, отдыхай. О, слушай, я Гипериона могу вообще за карту улетать. Лол. За карту? Да, ну в смысле так. Типа за границу. Так. В общем, нечто странное за Гиперион игра какая-то получается такая. И он немножко не вытаскивает. Немножко не выта... Немножко не вытаскивает? Ага. Не нравится мне Гиперион, короче. Вот, ну ладно, хоть успех. Успешно сделал кое-что. Плюс 420. Атаки ему сделал. Я в курсе, что у меня куча виспена, я его вкачиваю. Так как мне атак. Скорость атаки не нужна. Так, шмаляем потихонечку. По всем и вся. Приостановитесь, ребятки. Оба. Боже, какой они колбасой тут собрались.
Так. Мы шмалять продолжаем, конечно же, но мне почему-то кажется, что мне будет больно. Хотя и мат у него довольно шустро перезаряжается, на самом деле. Так. Да. Я умер. Все? Да. Добили тебя. Да, что-то как-то сегодня с выпадающими юнитами не очень было. ГС телефон не показывает. Ну, вроде как. Вроде как. Вообще, по идее, я не знаю, почему у меня на Twitch не хочет идти стрим. Какой-то непонятной мне причине он там не идет. Ну это странно. Ага. Но на Ютубе при этом стрим как бы идет. И мне пишет, что прям там хорошее качество трансляции и все такое. То есть есть вероятность, что вы можете как бы кто хочет вернуться на Ютуб. Поэтому пока что он вроде идет и все хорошо. Но я не знаю, честно, что там, да как работает. На Ютуб здесь... сейчас работает. Ну Ютуб уже 36 минут как работает. Хорошо. Без падений. То есть он с того раза он как бы не падал. Не, ну он с того раза не падал, но он иногда бывает подрагивает. Он, короче, дрожит, бедный. Подлагивает. Бедный дрожит, короче. А, вот, да, счет заработал. А до этого серьезно не пахало. Хоть убей. Ты что заработал? А? Нет, Minds Magic. А, ну, я тебе говорю, заработал. Мы просто этот в итоге проверили. Угу. Так, Да, от Гипериона там немного толку, у него урон маленький. Solar и Racer простился, поэтому добавляем их. И есть Камино, тоже просился, когда-то. Ну, там, скорее всего, как бы на него места уже не хватит. Если хватит. Ну, короче, кто первый вот зайдет? Лишних уже приглашаешь. Ну, тут я говорю, кто первый зайдет. Ну все, зашли все, кроме Камина. Ну, такие дела. А, блин, Доги не успел переместить. Не, я честно только-только заметил, я что-то за чатом не смотрел в этот момент. Да, это новый вид эволюции. Это да, да. Так, у нас эволюция победила. Окей, следующую карту тогда эволюцию сделаем. Просто, кстати, эта карта не участвовала в голосовании. Такие, знаете, предположим, что типа все проголосовали. Кто-то проголосовал за выбор Деза. А, ну, ну да, тоже, кстати, вариант. Были такие люди. Один человек, наверное. Тогда можно вот так вот сделать. Пробки. Ну я все кроме эволюции просто брал. А, ну то есть после, да? После эволюции что будет? Все, да-да-да. Что будет после эволюции? Повторимся. Кто хочет, соответственно, зайти, посмотреть, проголосовать, то на Good Game прошу, все милости это просим. Классно звучит. Что? Что будет после эволюции? Что будет после эволюции? После эволюции будет развитие. Дальнейшая эволюция. Угу. Что-то, кстати, как-то это. Twitch меня прям сегодня подвел, YouTube меня подвел. Но YouTube я так и думал, что YouTube меня немножко подведет. Сейчас он мне, например, пишет, что у меня неправильные настройки видео. Типа трансляция чуть-чуть отстает. Идет с разрывом в 8 секунд аж. Прям ужас. Ну то ладно. Что такое StarCraft? Ну, фиг его знает, что такое StarCraft. Какая-то непонятная, странная игра. Critter Planet. Доги добавит. Так. Рейнджеры, мили, комбины. Я никогда не играл здесь за мили, на стриме именно, поэтому... Я рандом. Я буду мили в этот раз. Но я буду сливаться. Не эльфы, да.
Ну, комментарий заметил, произнес правильно. А ты раньше как-то по-другому произносил? Ударение на А. Попросили ударение на О. Мы никто же не все правильные произносит, поэтому... Меня через С иногда читают. Хотя это как бы неправильно, но окей. Ничтож. Ничтожный голем. Давай, тащи. О. У меня есть пища. Пища богов. Пища богов. Доги заранее предупреждает. Короче. Просто. Опечалил союзника, короче говоря. Ну да, печаль на самом деле, что он кинул вас, но что да. Для меня лично страшнее, это я не знаю, как эта трансляция... Ну, то есть понятно, что трансляция будет, что она нормально работает, все дела. Но, как бы вам сказать, я не знаю, как он будет записывать. То есть, выложит ли он полную запись или неполную. Если он выложит неполную запись, я, короче, перезалью видео. Ну и это будет... В любом случае, вы увидите уже готовый вариант, так что вы-то не парьтесь, ну, просто... Посмотрю, в общем, как он будет работать, все это дело. Поначалу, Солар, ты будешь не печально, когда Доги придет к тебе. Да-ка нет, он союзник. А. Ага. А, он в том плане. Да. То что он сейчас хоть и не с края, все равно по своему пути пойдет, да? Да-да-да-да-да. Тогда ладно, ладно. Ой, я сразу кристалл нашел. Класс. Это хорошо. А я сразу нефть нашел. Вообще шикарно. На вот этих последних трех ресурсах нефть, кристаллы там... Прям там... Мозаика. Ух. Ух, как все хорошо с ними. Раскачаться можно хорошо. Так. Скелетоны, я помню, прям такая имба вообще на самом деле. Вот эти вот. Какие они жесткие на самом... Там так с ними весело. Ну, мы с тобой опять рядом, да, получается? А у тебя да. Кристалл, у тебя дофига опять этого. У меня дофига всего, только я ничего не делал, пропущу парочку, может быть. Ну, я, по идее, сейчас затащу. Хотя... Не, этих-то ты не пропустишь вроде. Ну, в чем прикол? Мы построили сразу же этих огров. У них с маленькая скорость, так, хоть и большое здоровье. Я, например, поставил скелетонов. Ну, ты их поставил на второго мне. Ну, да. Чтобы на третий не слиться. Ну, у нас с тобой немножко разная тактика. В этом плане. Я вообще сейчас хочу ману развить. А я хочу не развить, а поставить металл и поставить ферму хотя бы две. Вот. Теперь я добываю металл и добываю ферму. Отлично. Итого, бамс, мы отправляем за 9, за 3. Critter Planet... Не знаю. Я вообще, кстати, я, по-моему, слышал про эту карту что-то, но что-то я никак не помню. Я пойду по своей тактике. Там? Ты помнишь, что за карта Critter Planet? Mm-mm. Вот я тоже что-то как-то не могу вспомнить. Название знакомое, а так не вспомню, что такое. Та же фигня. По-моему, насколько я помню, я не солюсь на этой карте сейчас. Ну, в смысле, на этой волне. Вроде бы. Я навряд ли солюсь. Или сольюсь. Да ладно. Вот веришь, нет? Он атакует не тех. Я не слился. Ладно, я в следующей атаке прокачаю этого. Кстати, я этих убью. Лол, смотри, они слились. Вы смеетесь, да? Нет, ты их убьешь, но ты тех не убьешь. Я этих не убью. Сливка. Слив. Народ, какого лешего? Почему я должен это тащить, спрашивает он, да?
Угу, 42 хп у моего мугра. И он бить, естественно, будет не того. Он будет бить всех, кроме самого с одним хп. Да не, нормально. Давайте так, вкачу. Ну ладно. Она здесь не нужна. Я так и не вкачал, я вкачал этот... Как он? ХП реген для... Точнее, это щит реген. Mm-hmm. Ну, два минерала получу, заодно вкачаю себе одного из них. Вот так, теперь 11-15 атаки. Не буду, я... Да ладно, недостаточно минералов. Так. Что я хочу сделать, это попробовать еще раз бить какую-нибудь эту. Не, ну не хп, в принципе, не очень много, я думаю, мой справится. У них хп не так много, но они... Они не больно хп. Бьют, да, но они бьют моего этого, а убивает всех скелетон. То есть они не того бьют. А у меня чисто из-за того, что много хп у огра. У тебя два как бы огра. Я знаю. Удивительно, Доги не слился. Да, у него лучники. Я говорю, удивительно, он не слился. Прям удивительно. Прям удивительно. Да-да-да. 8 еды мне надо накопить и 90 минералов, чтобы прообразить огра. 47 маны мне нужно. Такие дела. Я пока буду ломать камни. Я думаю, что скоро пошлю за 6 минералов кого-нибудь. А, это будет долго. Я, конечно, не сольюсь, но это будет долгая битва. Я не сольюсь, и это будет быстрая битва. У тебя скелеты, у меня будет это сейчас все полчаса биться. Да куда ты пошел? Он уже вверх пошел через центр. Я почему здесь не отметился? Сюда вот он пошел. Да. Ноги пошел в свое дальнее путешествие. Ну подождите меня, хорошо? У нас как будто есть выбор. Тем более тут второй такой же, как ты. У Солора тоже. Та же проблема. Блин, у меня... Я бы сейчас поставил мага, но у меня чисто не хватит маны немножко. Долгие, да-да-да, согласен. Согласен. По 3 еды за раз надо получать, короче. Я по 6 получаю за раз. Ну, не извините, что я могу сказать. У меня пока... Другие планы по вкачиванию. Блин, по-моему, ты... Да. Фу, сливной, лошар. Сейчас, Доги напишет. Фу, сливной. Сейчас. Сейчас, Дену. Да, я ждал ее. Так мало того, что да, все правильно. Мало того, что слился, так еще и долго сливался. Согласен с ним. Нет. Я еще чуть-чуть. Так, 110 и 8 еды. Хорошо. Но это будет долго копиться, если честно. Ну, потому что у нас сегодня ютубчик мало сприлег, в связи с чем зрителей как бы и мало. Приболел. Приболел, да. Решил отдохнуть. Печально все, да? У меня вопрос только, какого хрена ты слился? А ты какого хрена слился? Не, ну... У меня никаких дамагеров нету. Хотя у них тоже, смотри, какая волна пропустилась. Да, у них воинов зато больше. То есть они сейчас это быстро... Ой, даже этот мой Марин. Ты посмотри на центр. Ладно, я прокачался. 51 атаки. Слились в большинстве из-за задних. Мне нужен дамагер, маг, нужен мне. Ура. У
Тебе нужен маг? Ну, у меня за вот эти вот ты при помощи скелетонов и огра сейчас долго будешь все это убивать. Да я понимаю. Это почему хорошо? Я и не хотел, кстати, изначально за них идти. Все. Ух ты, там сколько послали мы. Могу еще раз послать. Если зерблю. А, ты вон кого послал. Ну, в следующую, ну, вот, походу. Но этих вроде они зафигарят. Я просто проблема в чем? У меня одного из моих малышей, которые впереди стоят, их, короче, сильно больно бьют. И надо было их назад поставить все-таки, а не вперед. Тут слабые были. Видишь, у меня стоит теперь высший темплиер. Да, не, я понял. Я в курсе, как бы. Теперь только. Ох ты. Смотри, сколько там прошло. Зело стоит. Фига себе! Два рабочих стоит. Доги, тащи. А, по-моему, его убьют. Мы затащим. Меня сейчас просто-напросто макать. Мидар сделает. Мне надо ману прокачивать. Маг читер на самом деле. Да. Это никого не волнует, Доги. Ты сливной. Если у тебя союзник сливной, значит и ты сливной. Вот у меня союзник сливной, поэтому мне тоже приходится сливаться. Так же и наоборот. Смотри, сколько. Там, грубо говоря, только из нового зелота проблема. У него здоровья много. Так его даже не кацанули ни разу. Его из раза не кацанули, а он главное коцает. Беллинги-то они рассыпаются. Угу. Быстро. Ну, сейчас был. Да. А, да, у меня камней да полно. Хотя я думаю, это не он не мне написал. Блин, я не могу ни этого поставить, ни высшего. Да что ж за хрень-то такая? Ни этих прокачать. Не повезло. Вообще печально. Бывает. Я могу поставить базу? Ура, я могу поставить базу. Я, короче, солью эту волну, походу. Сливной. Ой. Просто мне дамагера как бы вынесут сейчас. Чё? Так где они? И одного, и второго, кстати. Так, мне хотя бы одного этого убить. Я только одного, наверное, вынесу. Ну я одного 100% как бы вынесу, а вот со вторым могут возникнуть некоторые непредвиденные обстоятельства, да, вот. Мы Драк, он заблочил его, хорошо, но он его вынесет раньше, чем он второй раз его блоканет. Доги, я знаю, кто он. 150 хп. 356. Да у них ситуация не лучше. Нет, лучше. А я камовки ломаю. Не, ну у них расы изначально там повеселее. У них воин, рейндж. У них там наши эти рейнджи. Я понял, что у них воин, дальнобойный, так сказать, рейнджовый. С другой стороны, не знаю. Я пока не могу догадаться. Ну, я наконец-то поставил хотя бы этого своего маргинала. А я на него так и не накопил. Я сейчас, может, к венкам впаду. Так. Можно вот так сделать. Что-то у меня как-то с ресами в этот раз плохо. За хантеров прям совсем хорошо было, а тут наоборот. Оба, это босс. Ну да, а ты что думал? Я думаю, нам попа. Да блин, чем занимается? Боже, ты серьезно?
Бей босса, дура! Ты о чем? Дебилоид! У меня, короче, этот мой придурок, вместо того, чтобы босса бить, бил этих мелких. Такой, у меня такое вечное противостояние длится. Если бы он сплошь не бил бы, блин. Доги, посмотри в другую сторону. Он еще этого не видит. Не, ну кстати, мой-то вынесет, по идее. Вынесет? Нет, не вынесет все-таки. Чуть-чуть причем не успевает. Да, есть такое. Ты и то меньше вынес. Не, он, кстати, у них дела хуже. У них дела хуже. У них у одного просто много здоровья. Мы-то хотя бы, да, полукалека ставили, а он там прям совсем. Доги, ты знал, на что идешь. Просто так, с одной тычки. Не, у нас отхиливается хорошо. Сильвана? Ну да, Доги. Все верно сказал. То же самое. Тянь-тянь-тянь-тянь. Мне ресурсов. Блин, жалко, что нельзя передавать ресурсов вот туда-сюда. Кстати, да, это жалко. У меня ресурсов вообще нет. У меня с ними прям большие проблемы. То же самое, я тебе о том же говорю. Он знал, поэтому в ту команду хотел, лол. Ладно, я как-нибудь поднимаю потихоньку себе инкам, кое-как, точнее, никак не будет. У меня 14. У меня 16,9, ну, короче, 17. С инкамом вообще огромные проблемы. Огр, кстати, у меня периодически теперь впадает в берс. Благодаря последнему. Но его, правда, сбивает. Да ладно, я одного не добью. Не, добил. Смотри, лол. Ты посмотри, что у меня творится. Просто посмотри, кто у меня прошел, а кто у меня выжил. Я говорю, ты посмотри, что у меня творится. Да ты дезертир ты. Вот ты кто. Что? Что тебе не нравится? Кто у тебя выжил? У тебя никого не выжило? Я знаю. В смысле? Это как так? Но я всех убил. Это как так? А там карак. Короче, одновременно выстрелил карак и... Ну я понял, да. И, короче, они самоубились. Короче, перед тем, как нанести... Ну я понял, да, все. Да-да-да, там задержка есть, урона. Угу, есть такое. Да ё-моё, у меня маны вообще же дико не хватает. Ой, я знаю, кого поставлю. Поздновато я его, конечно, поставил, но, блин. О, скелетон маг. Это же из апнутого скелетона сделано. Ну и там 3 грейда у них. Я понял. Чё-то типа того. Да не, я говорю, я как-то за милишников особо не играл, поэтому у меня с ними все плохо. Я тоже за них не играл. Так, здесь будут проблемы. Огр впал в ярость. Я сейчас подстроил второго огра, вроде должно стать вот чуть-чуть легче. Все, зелков я убил. Я, короче, этого шляпника не убью только. Нет, я убью. Я убью. А, он не убил моего... Не, ну я затащил. Еще и крабик твоего пришлось добить. На Азилот с одной плюхи. Да у меня Азилот, если... О, у них только чекание. Азилот, если бы не убил, то ни хрена у них там прошло. Но у них очень много огров, из-за этого они там рулят. А у нас все шикос. У них в этой волне получается как? У одного очень много огров, а у другого очень много этих. И они из-за этого проходят. А у меня постоянно не хватает вот по 4 монетки на апгрейд кого-либо. Сильван. Урагал, да? Чё типа того.
Так, на самом деле, мне надо уже продвигаться как-нибудь вперед, но, блин, проблема в том, что мне некуда продвигаться-то, по сути, особо. Надо есть, грейдить. Есть такое. Надо грейдить. Воу, вы что такие жесткие? Они очень жесткие. Не, у меня-то эти стоят, темплары. Не, очень чёрт! Жесткие. Чего? Серьезно? Они на большом расстоянии стоят, поэтому до них цепь молнии не достает. Проблема. Не, ну я затащу как бы. Да, легкое стекло. Да я-то оставил тут два новых хпшных. И там то же самое. Но как у... Я не знаю, кто у них там играет. В смысле? С другой стороны, со второй. Mm. Неинтересно стало. Ты можешь посмотреть, что Racer и Human играют на этой стороне. А РРА вот... и Альберт на той. То есть, не знаю, новички. Видимо, да. Скорее всего. Тут уж как бы без вариантов. Вот так вот сделаем. Так я им еще весельчаков шлю все время. Я тоже. Там получается этому Альберту приходит каждый раз кристальный этот. От меня приходит этот. Ой, танки. От меня механический линк каждый раз, короче, приходит. А от меня кристаллический. Это прикол, если это из-за нас. Из-за этих двух лингов только все. О боже, как они запинали-то их, ё-моё! У меня вообще никто не умер. Жесть, они их просто запинали, я не знаю. Эта карта называется Minds and Magic. О боже, ты посмотри наверх. Слушай, я уже вот нормально играет Солар по сравнению с ними двумя. Я не знаю, как так. Как так-то? Там кто-нибудь есть у меня вопрос? А, лол, Доги уже прошел. Доги уже прошел. Доги нормально наглеет. Доги хорошо наглеет, будем так говорить. Угу. Так, а стоп, а где я долбанул-то? А, я не долбанул еще. Чуть-чуть не хватает. Так, наконец-то проапгрейджу хоть одного огра. Он будет два раза станить. Ну, точнее, больше шанс иметь на стан. Я понял, о чем ты. Да-да-да. Что-то типа того. И в следующей волне проапгрейджу еще одного, короче, скелетона, наверное. У меня уже 24 линка. Да, я в курсе, что на Ютубе так мало народу, потому что Ютуб сегодня тестовый стрим, как бы, и все нормально. Не парься, короче. Все, да. Все хорошо. Мы в курсе. Берсерк! А кто там? А, там врачи. Мне нравится, что благодаря моему скелету, который у меня маговый, короче, все мои юниты хилятся. Вот он ударяет, а не хилится. Подожди, а он бьет? Он бьет медленнее, чем обычный, но они хи... Боже, да посмотри ты наверх, что за хрень здесь происходит вообще? Я не знаю, не, скелетон маг, у меня вопрос, он бьет на расстоянии или вплотную? И про Твич я тоже знаю. Он уже давно. Братишка, ты не новость нам сказал, просто ты пришел поздно и не слышал того, что мы говорили. Угу. Мы уже обсудили эту тему, можно сказать, обмусолили, как только могли. Чё-то потихоньку начинает налаживаться вроде. Что? Ну. На этом, на Ютубе? Не-не-не, в смысле, игра наша. А, игра, да игра давно наладилась. Ну как-то все пошло в гору потихоньку. Да, есть такое. Через две волны апну последнего. Блин, какие же они жесткие все-таки. Ну, в смысле, вот дальние самые. Дальники, да, они всегда жесткие.
Но у меня, правда, скелетоны как бы отхиливаются. Ух ты, как много золота дали за эту волну. О, боже. Вот я говорю, я выживаю благодаря вот этим скелетонам. Они реально очень жесткие. А, это фигня еще и... Вот. Жалко, что здесь нельзя ресурсами делиться. Вот прям обидно даже. Ой, я сейчас, может, апгрейжу. Пойду-ка я тоже. Я чуть-чуть попозже. Че-то как-то у меня здесь ни хрена нету. Ура, мана. Че-то у меня здесь ни хрена нету. О, золотой прииск. Зашибись. О, я этого улучшил. Монстра. Я улучшил монстра. Монстреллу? Да, ты зря его вперед поставил, на самом деле. Ну. Он такой довольно жесткий, когда сзади. Окей. Пусть уже стоит. Ну да, цели. Тут как бы, да, уже без вариантов особо. Причем он идет с краю, и по нему дамаг идет все-таки после орков. Ой, у меня сейчас, короче, будет босс постоянно в стане сидеть просто, смотри. Я вижу. Он из него фактически не выходит. А у меня как-то все непонятно. Ты не забьешь его. Хотя, нет, ты забьешь. Да конечно, меня сейчас там помрет. Чего? Да братишка, хорош спамить, мы тебя слышим. А нет, добил. Танк умер как раз и добил. Братишка, хорош спамить, серьезно. Мы тебя как бы слышим, видим и все такое, я тебе уже даже ответил. Давно уже ответили мы. Блин, напишите ему, кстати, кто-нибудь, это, Доги, напиши ему, пожалуйста, в этом. Как он называется? Фу, сливные, смотри, сливные, фу. Угу. Тест трансляции, тест, тест. Тест на букву Т. Так. Не, у них все-таки хуже, однозначно хуже. У них боссы прошли! Боже, боже, у них боссы прошли. Что, что же делать? Как же быть? Один. Ну, в принципе, прошли. В принципе, прошли. Не помню, какая у него там атака. Но атака у него была, к сожалению, маленькая. Но энное количество все равно он им снес. Так. Блин! Падла! Не хватает. Бывает. Сколько там ему надо? 12? Ну я могу тогда стратить. Грубо говоря, вот так. И даже вот так, наверное. Потому что у меня будет больше. Я чисто сейчас ману качу. Что-то кричит постоянно. Огры, которые у меня берс впадают. А-а-а. Постоянно слышу какие-то оры. Упс. Чувак, упс. Я понял. Я сейчас не понял, что произошло и какого фига, но упс. Доги за крабиков там не прошел. Я сейчас честно не понял, что произошло, они меня просто убили. Я чисто из-за своего вот этого монстра убивать сейчас буду. Но то, что, блин, сначала убивают крабиков, это печально. То есть ты видишь. Угу. Чёрт! Ты не добил его? Да. Ха. Посранец.
А деньги все равно мне. Да? Да. Ну нормально. Не, я офигенно улучшил. Я тоже что-то улучшил. Хотя к ним тоже прошли. У них тоже с этим были проблемы. Да ладно. Угу. Одной это не хватает. Маны. Стрим у нас на Ютубе тестовый, поэтому он может и лагать, и умирать, и вообще что угодно с ним происходить. Спать, лагать, умирать, страдать. Смотри, ты чё за хрень? У меня, короче, одни камни просто, одни камни, больше ничего. Ломай. Это тебе намек. Подожди, а с каких пор столько много ультралис? Я не помню такой волны. Может, у нас какой-нибудь хард мод? Хард. А может, улучшили немного карты? В принципе, если так и есть, то... Как его? Причина может быть очевидна этого. То, что с первого раза это запустилось. Да, скорее всего, ее обновляли сегодня, видимо. Потому что я этой волны вообще не помню. Я помню, что... помню, что их было 4. И они были и больше по урону. И по ХП. Они были. И по ХП у них больше было. Еще плюс гиблинги были с ними. У них было по 1300 ХП. Ну ладно, фигня. Ну что-то у них реально, смотри, просто... Мне сейчас, кстати, вот эта волна может пройти, потому что у них нету танков. Смотри, как это будет больно. На, минус один. Да. Минус второй. Минус третий. Минус четвертый. Давай четвертый, ну. Вот. Грустно, да? Ну, кстати, пятый, по-моему, затащит, кстати говоря. Он довольно мощный. Не, прошли, прошли, все нормально. Все хорошо, ребят. Все хорошо. А, фак, опять не хватает чуть-чуть. Ладно. А я мне тоже. Так, посмотрим, что мы будем прокачивать. Мне хватает, естественно, на мага, но маг у меня уже слабый. Я хочу накопить на ангела, да? Мне нужно прокачивать, соответственно, вот эту всю фигню. Как ангел. Такое, да. Блин! Да-да-да-да. Ух. Темплары темные спасают меня. Ты пропустил? Угу. Я не затащу. Я вообще не врубаюсь, что происходит, почему они так быстро умирают. То есть я переключился на своих юнитов и просто и все умерли. Ой, слушай, я даже не смогу этих задамажить. А, да, нет, не, а ты убьешь их как раз таки, только я их. Я убью. Я убью всех, кроме гостов. А, нет, одного выстрела. О, я посмотрел, что там у этого. У них, походу, ГГ. У них ГГ. Сравни, сколько у нас прошло и у них. Ну, согласен. Турбо-режим включаем. ГГ. Мы даже добить своих гостов не успели. Победа, ребята! Я думаю, вообще ретрансляцию на YouTube сегодня сейчас отключить к фигам, и все, и стрим будет только на этом. Все, я отключаю ретрансляцию на YouTube. А, только пришел. Человек только пришел на стрим, не понимает, почему стрим лагает. Ну, напиши ему там. Все еще. А, точно. Ну да ладно, на Good Game у нас тоже весело, что я могу сказать. Так, а вот я не понимаю, почему у нас на Twitch не хочет запускаться. Сохранить стрим на Twitch. Вот надо посмотреть, по идее стрим должен идти на Twitch. Сейчас я пока что разбираюсь с этим. Да, слушай, стрим пошел на Twitch. Все отлично. На Twitch стрим пошел. Ну, мне, по крайней мере, пишет, что он пошел. Так, мы хотели эволюция, да? Да, эволюция.
Дальше, походу, будет Качинран. Уверен? Ну, у нас по голосованию так. Прям тут, слышь ты. Что? Мне выбирать карты не дают уже. Тащили бы твои Сильваны так в ходсе. Так, а я что-то, кстати, ненормальную эволюцию не могу запустить. В смысле, я что-то его не нахожу. Эволюция тогда я вижу, а эволюции в принципе... А, дейти инволюшн, если только. На Твиче стрим идет. Стрим идет. А ну зашибись, вот, пожалуйста, вторую платформу восстановили. С Ютубом, правда, проблема, тут я его полностью отрубил, короче. То есть на Ютуб можете больше не заходить. Вообще. Сегодня. Сегодня. Конкретно сегодня. Конкретно сегодня. Так, пока что там у нас тишина. Сейчас я быстро проверю кое-что. У меня такое ощущение, что мне еще YouTube умудрился порезать стрим на YouTube. То есть мне придется заливать мой стрим. Ну, в принципе, разницы-то нет, как бы я залью. Это не имеет значения. Так, раз, так, два. Доги, отгадай, что в ходсе не тащит. Три. А, кто у нас просил? Камина просил, по-моему, да? Камину. Логи. Я не понял, вот кто-то сказал... Кто-то сказал, позови меня еще раз на игру, если можешь, но я не знаю, какой ник у человека. Потому что у меня два варианта. Ага. Так. Банши. Ну, вроде я всех пригласил, как бы, так что вроде все хорошо. Окей, ошибка, игрок уже приглашен в игру, окей. Камина пока... отклоняет приглашение. Что ты пока? Давай, давай уже, говори уже. Что, я пока в чатике, видимо, сижу. Или ты меня пытался пригласить? Не знаю, я, по-моему, не клацал по тебе вроде бы. Не, ну периодически же надо тоже, чтобы это как-то... Не, это как-то мне не обижусь. Ну, я знаю. Ну вот. Поэтому тебе... Да, он, слушай, он, короче... Он мне порезал стрим на 36 минут. О боже, такая угребищная функция просто тут. Фу, нафиг, нет. Фу. Фу, YouTube. Я удалил эти видео. Это ужасно просто. Это просто ужасно. Так. Чтобы я еще раз так стримил на YouTube, не-не. В следующий раз так и говори, прям в прямом эфире на стриме. Ютуб, пошел погулять. Гулять, да. Да. Но в любом случае, на GodGame у нас платформа хорошая, на Твиче у нас платформа тоже хорошая. Сейчас я... Только почему-то не запускался поначалу. А я понял, что его, скорее всего, перебивал неработающий Ютуб, и из-за этого он не запускался. А. Потому что как только я убрал трансляцию Ютуба, ну, ретрансляцию, появился сразу Твич, да, он сразу пошел. Понятно. Видимо, это было как раз причиной, почему... Ютуб так любит гадить прямо сегодня. Есть такое, да. Из-за чего такие лаги из рекламы пропустил? Лаги были из-за того, что сегодня я попробовал запустить тестовую трансляцию... Соответственно, которую YouTube только выпустил новую, и вот она как-то совсем плохо работает. Прям очень плохо. А пересоздавать сейчас стрим на YouTube, ну, уже как-то смысл, собственно, ради часа стрима. YouTube в последнее время вообще какой-то странный. Да, есть такое. Кстати, есть такое. Вот, поэтому я говорю, я перебрался на GodGame. Угу. Полноценно перебрался и уже с него веду рестримы на Twitch и YouTube. Но сегодня YouTube как-то себя очень плохо показал. Но я рад, что вы все... А? Ну, GodGame спасает, да-да-да. Я рад, что вы все потихоньку прислушиваетесь к мнению того, что вы, если падает один, вы можете перейти на другой. Потому что я помню, у меня раньше что-то YouTube падало, и все такие в панике раз уходили, и в итоге у меня там
4 человека сидело на Ютубе, когда он вновь поднимался, но никто не переходил на Good Game. А сейчас все нормально, сейчас. А, уже запустил. Сейчас я человека не запишу. Окей. Мистер Маркс. А, проблема в том, что там полностью видео ушло. То есть нельзя посмотреть, что типа у меня стрим где-то идет. То есть в эфире ноль. Рейхер. То есть снова рейсер. Угу. В смысле на Твиче нет? Ты чё, братишка? Твич идет. Твич перезапусти. Пойдет стрим. Да нет, он так должен, даже перезапускать не надо, как бы. Там мне просто. Мне перезапустить пришлось. У меня пишет, как бы, лайв, все, зашибись и все. Ну, то есть, у меня все идет, мне ничего перезапускать. Хорошо, одному здесь, да. Ну ты там не один, как минимум. Ну да, хорошо, я не спорю. Нас там четверо. Да. Еще там доги периодически появляются, по идее. По идее, да. Ну а сейчас на ГГ? На Good Game сидит. Ну почему нет? Как раз по одному модератору на чат. Салар. Я думаю, тебе правда сложнее, тебе приходится модерировать 4 человек. Учитывая, что только 2 из них пишут, и то редко. А доги всего лишь там 30 человек. Не очень. Да вообще. Когда писал, он был один. Ну, может быть, может быть. Вообще, на самом деле, нас было больше, чем ты думаешь, потому что, как минимум, здесь 2 человека сидят сами по себе. Это я и, соответственно, как раз-таки колдун. Сейчас нас вообще 5 здесь. Угу. Но, кстати, почему-то мне Турет показывает, что нас всего 3, но окей. Ну, это такой Твич. Ну да, Твич с Туретом, они довольно как-то... Ну, теперь 5 показывает, что человек. Нет, мне все равно показывает, что 2. Вообще 2. Доги говорит, что ему вообще изи. Надо тогда... Это я запомнил. Так, ладно, я потихоньку буду развиваться. Предлагайте этот... Игры. К следующей игре. Игры к следующей игре. Да, карты к следующей игре. Во что поиграть в торговом ряду. Ой. Вот так вот. Я убил какую-то большую падлу. Получил много хороших плюшек. Мне чем нравится эта игра, ну, именно вот эта вот карта, да, развитие, тем, что здесь ты получаешь прям такие какие-то плюшки. То есть ты кого-то убиваешь, допустим, получаешь там, например, какую-то плюшку, там, ну, плюс 25% жизни, там, или просто плюс 25 жизни. Ой. Что-то я вовсе не туда, куда надо попал. Да, старые времена. А, блин, я забыл, что я могу развиваться же, кстати. Вроде бы. Или стоп. Нет. Здесь он как-то автоматически, по-моему, развивается, да? На автомате развивается, да. Это не как вчера в Warcraft. Воу, нам хорошо так прилетело. А, подожди, это немного не тот, который я знаю. Да-да-да. Окей. Мы кооперацию, по-моему, выбрали, да? Я не увидел. Что мы творим, доги? Все нормально. Да, кооперация, потому что у нас вот... Я просто не... Вы можете, кстати, написать, ну, там, сверху choose a leader сделать уже. Голосование на ГГ, посмотри. Я, к сожалению, сейчас не могу посмотреть на голосование, мне немножко не до этого. Я стримлю. Но ты мне можешь рассказать о нем. Да, этот голосование. Какая следующая карта? Пробки, ран, Нексус. Доги, давай еще предлагай вариант ответа. Все голосуют за последний. Доги тут уже... Эй, вы что делаете?
итоге, не знаю, что делать. Так. Пусть напишет какие-то новые карты. Новый вариант ответа, я просто не знаю, что еще предложить. Я тоже не знаю. А у меня, кстати, почему-то не это... Не получается отправить. Кого? Ну, чего? Допустим. Киллы. Ага. Ну, да пофиг, ладно. Тишина. А, это егошние. Так, у нас ночь наступила тем временем. Эволюция к следующему левелу. Что-то я здесь хожу, а что-то никого не нахожу. Что такое? Да так. А, окей. В чем здесь игра престолов? Не знаю. Честно, не знаю. А, и меня что-то очень больно побило. Витя. Я вроде хилюсь. Потихонечку. Так. Ой, Вольф Эссенция. Серьезно, почему мне и Вольф Эссенция не выпала? Это нечестно. Крабик, стой. О, я случайного нашел этого. Вот я могу проэволюционировать наконец. Не прошло и полугода. Так, ага, вот я все-таки нашел, как ее убивать. Так. Марин, умри! Марин, умри! Еще один Марин, умри! Еще один Марин тоже умрет. Хорошо. Теперь у меня появилась какая-то своя хрень, которая меня еще хилит. Там что-то какие-то другие вещи выпускает в воздух. Спасибо, Доги. О, мы теперь можем прыгать на это. Прикольно. Мы теперь можем забираться, короче, на поверхности. Че там в чате пока? Чувак. Голосует? Не, ну а из разговоров, если, конечно, они присутствуют. На Твиче почему-то затихло все. Ну, как будто... Ну, на ГГ... Ну... Идет разговор о следующих картах, можно так сказать. Что вы делаете? Я таки умер. А сколько жизни там? Бесконечно, по-моему. А. Стоп, а как проиграть, победить? Убить себе босса, по идее. А. Ну, мы сейчас, кстати, все на одной стадии. Что мы смешно. Я записал.
Не знаю, пишите что-нибудь. Чего вы затихли, сами сказали, я тут один. И молчи, главное. Вот, я наконец-то могу фигарить воздух. Второй тоже пишет, да, что писать. Не знаю, вы вдвоем сидите, пообщаетесь. Я к вам присоединюсь потом. Вот именно. Говорит, сообщайтесь на здоровье. Ай. Что-то. Куда она делась-то? Ладно. И наконец-то появилась дальнобойная атака. Грёбаные призраки. Блин, я забыл про призраков. Они же очень больно бьются. Пускай чат на рандоме выбирает людей, чтобы они играли. Хреновы риперы. Ай-яй-яй, меня сейчас, короче, убьют. О, какая тут жесть творится. Мне надо отхилиться. Ну, как там ночь закончится, интересно. Я разговариваю. Я могу так ответить. Тут ночью такая жесть творится просто. Да, я вижу. Ты не представляешь, на самом деле. Фу, блин, опять убили. Главное, один поддакивай второму. Ну да, ужас. Пробуем зафигарить, короче, кого-нибудь. Так. Лайф, хилы, все дела. Так, блин. Кошаков хоть поубивать, я не знаю. О, я получил щит, наконец-то. Не прошло и года. Ни хрен попадешь. Да, можно после стрима. Кстати, фрукт там. В смысле фрукт? Этот, как... Если на ютубе по имени, то... А, Никита. А так, мы сейчас про кот говорим. С доги. Какие-то ядерки кто-то уже запускает, блин. Воу, ни хрена себе жесть, ни хрена себе тут жесть творится просто. Там такая сейчас жесть творилась, там столько маринесов просто, это ты бы видел. Блин, мне очень мешает вот это вот выбрать лидера, честное слово. Сейчас, 2 секунды. Кто бы знал, как она мне мешает. Ну да ладно. Так. Пока мы продолжаем качаться. По-моему, я проиграю, мне так кажется. Все может быть. Да, тут очень много протосов, слишком много протосов. Протосов? Да. А ты не знал, что тут протосы есть? Нет, я в этой карте, по-моему, вообще не играл за все время, как странно. Да ладно, да ладно. Перешел на следующий уровень. Воу-воу-воу-воу-воу. Щит. Меня второй раз истребили. Я бы даже прям сказал, изничтожили.
Легко и просто. Так, волчара. Куда-то убежал волк. О, можно эту фигню побить. Нет, от этой фигни определенно стоит держаться, насколько я помню, подальше. Она очень-очень-очень больно бьет. Беги, достать! Не успел убежать. Не люблю ночь, ни хрена не видно вообще. Плюс ходят призраки еще рядом. Ох, рядом со мной ядерка долбанула. Ух, я так хорошо сейчас выбежал, там просто тиранов тьма. Вот сюда, ребят, не ходите. Там просто тиранов такое, такая жесть. Когда там уже будет свет? Три бейлинг майны. Есть три бейлинг мины, короче. Это весело. Воу-воу-воу-воу. Тауэрки. Я, по-моему, вообще ничего не отнимал. Меня что-то ваншотнуло. Тираны меня убили, короче. Окей. Чё такое? Охренеть мне жопа! Бункер, жесть! Ай-яй-яй! Вообще жесть. Это жесть число. Человек сказал, что добавит мой батлнет. Батлнет. Да блин, батлтек позже. Хорошо. Угу. Нет. Развивает Twitch. Что? Тут походу тоже без вариантов. Тоже развился очень сильно. Блин, мне нужны хилки в большом количестве, честное слово. У меня как-то с этим совсем проблема. О, нет, беги, Дэс, беги, беги, Дэс! Дэска, беги! Почему здесь так много протосов, боже ты мой? Просто серьезно, скажите мне, откуда здесь так много протосов? А, так вот что меня... Зашибись, меня, короче... Офигенно! Что? Здесь, короче, еще и дарки есть, ё-моё! А как их этот рассекретить? У тебя анти-инвиз должен быть, ну или ты в максимальной близости от них, короче, должен их фигарить. То есть вообще впритык. Угу. Жесть. Ой, мама, ты не сходил. Бывает. Так, бежим, 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 бежим. Вот, detection range. Range, точнее. Я как раз его повышаю потихоньку. Да что? Да боже ж ты мой, откуда здесь столько гребаных протосов? Очень. Там вообще жесть просто, я не знаю.
Здесь постоянно то протосы появляются, то зерги какие-нибудь, то зелоты, которых я вообще не пробиваю. Просто ни о чем вообще. Такая жизнь здесь творится. Ну ладно, будем на маленьких этих. А, покачался на маленьких. Я еще опять протосы чуть не угрохали. Ну хоть одного зелка-то убью. Еее. На ГГ у Модра своя атмосфера. Гоумудров своя атмосфера, да? Да. Хорошо. Фу, двух зелков завалил. Так. Ой, жесть. А, я могу эволюционировать, отлично. Что он будет делать? Фигней страдать будет, наверное, если всех переба. Воу! Ты че? Тут прям на меня так сейчас налетели. Кстати, что у нас там с голосованием? Не знаю. Ну, у нас. Нас побеждают пробки. Побеждают пробки, говоришь? Да. Меня убил, короче, этот. А, падла. Все-таки убил. Пассивки, у меня есть рывок зелка теперь. Еще напалм, да. Выжигаю юнитов. Не, ну тут, конечно, против это. Против утяжка я ни о чем, конечно же. Вышел на секунду, знаешь, так вышел, там Тор. И нет бедного врача. Нет бездного дески. Угу. Это такая жесть, что просто ужас. Скорость прокачиваю. Оп, стоп. А ну-ка, на-ка. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Не, падла, я тебя добью. Ха! У меня теперь радар рейндж 20. Я приобрел очень хорошую полезную способность. А Сулар ушел. Возможно. А что? Ну, он... Я же, блин, на YouTube не заглядываю. Он там один сидит. Дес меня в следующую игру говорит. Я вот сообщества не вижу. Сулар, Сулар, ё-моё. Чё-то как-то тут прям... Ау! А, меня еще материнка, короче. Боже, серьезно, Артанис. А, жесть. Меня, короче, в дырку засосало. Опасная трясина, все дела. Нет, гад, я тебя убью, скорее всего. Скорее всего, но может и нет. Может и нет. Нет, я его все-таки убил. Эй! Торы! Да. За что? Мы вроде тут втроем, что ли, остались. Я могу породить мимикрит, пустить псионный шторм. Странно, из тебя какой-то зерк.
Ай-яй. Твари. Я не то чтобы зерк, я эволюционирую. Да, что-то помню, был такой вроде. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, как там больно бьют-то, ё-моё. Как тут больно бьют. Хотя, в принципе, везде больно бьют. Как, вот как нужно Good Game развивать. А? Просто отрубаешь стрим на Ютубе и все. Все бегут, да. На самом деле, это как-то немножко плохо. Мне так не нравится. С Ютубом печально. Да, мне это не нравится, на самом деле. Как такое происходит. Что? Ты хоть смеешься, ты хоть рассказывай, над чем ты смеешься? После вопроса, да, с помощью ты, Василек, Доги пишет, что ты даже свое имя не помнишь. Все возможно. Еще спрашивают, надолго ли вы там, ну то есть сколько еще карта будет. Так. Не знаю, честно. Мы пробуем как-то развиваться, но что-то как-то у нас не получается. И вот в итоге в большинстве своем мы помираем. Говорят, до следующего стрима будете эту карту проходить без прерывов. Это, конечно, жестко, на самом деле. Нас тут постоянно... дамажит, мягко говоря. Я бы даже сказал, постоянно изничтожают прям таки. Ох, 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 ох. Охренеть, торы злые. По сути, бегаем здесь все время коцанные полностью, знаешь. Угу. Ха, мол, меня материнка унесла. Жесть, ну, блин, откуда здесь столько протасов? Почему вообще здесь так много юнитов? Я бы с вами поиграл, но комп сломался. Печально. Бывает, да. Бывает. Получается, сейчас человек с телефоном на Твиче сидит. Угу. Так, а почему... А, ну да. Я совсем забываю, почему я не могу атаковать. Респаун тайм замедлен, ну, уменьшен до 13 секунд. Лол. Ну и тебя нафиг. Серьезно. Ну ладно, хоть появился там же. На меня тут же накинула материнка. Точнее, ядро. Замедление. Там еще я вижу материнка где-то летает, походу. Это, конечно, жесть. Жесть! Вот такую еще протосскую тематику, конечно. Что нам, кстати, вот эта фигня дает? Life Regen and Creep. Сколько главное людей на Твиче не вижу, многие сидят с телефона. Именно на Твиче. Так. Планшет. Планшет тоже мобильное устройство. Я просто серьезно, вот, ну как-то здесь неравноценно. Ну. Здесь развитие очень криворукое какое-то. Что над тобой летает?
Ну, это мои эти дополнительные чувачки. Я говорю, здесь очень... Братва. Очень слишком быстро, как сказать, идет убийство нас. То есть, смотри, я пробежался, у меня уже пол хп нету. Я даже добежать до туда элементарно не успеваю. Ни докуда вообще, в принципе. То есть... Меня просто уничтожают к фигам. Так. Ого. Мне говорит, человек стан. Понятно с ним. Фу. Что? Я думал это. Это меня подлагивает. Не знаю, просто сидеть и прятаться в кустах остается. Да мать твою, что там за бред-то с этим? Он им балансе на часть. Тут еще, блин, дарки, например, стоят. Зашибись, меня еще Феникс поднял. Пошел вон отсюда. Охренеть, дарки, короче, режутся с одного удара, считай. Солар говорит, что он только что зарегался на ГГ. Так там вроде недолго регистрируется. Ну, регистрироваться там, да, действительно недолго. Я бы даже сказал, что там, в принципе, время как таковое не тратится. Тут туча мариков. Короче, ладно, пофиг, мы реально будем на этой карте долго, потому что, я не знаю, что-то как-то из нее бредовую хрень какую-то сделали. Потому что тут реально такая жесть творится. То есть ты мобов почти не встречаешь, зато встречаешь кучу... людей, которых просто не убить. Там они причем такими большими количествами спавнятся. Я предлагаю следующую карту пропасть весь Зиотс как вариант. Что предлагали они? Пробки против Зиотов. То есть больше голосов за нее как раз. Да? Да. Если как раз как Nexus Squadron проголосую, но ничего не изменилось, черт. Ничего не изменится. Печалька. Печаль. Пробки идем. Да. Такие дела. Угу. Да, прочитал только что, как она называется. Он оно как? Ну, бывает. Забываете пароль. Когда забываешь пароль от почты, это страшно. Угу. А потом будет, короче, половина человек, так знаешь, в комментарии писать: «Э, а какого фига я на стриме не попал? Почему? Когда ты его успел провести?» Типа того, знаешь. Те люди, которые приходят там, например, вечером, уже к концу стрима за час как раз. Создал? Да. Солар. Витя. Рейсер. Мистер Маркс. Запомнил? Соло, Витя, Рейсер, Макс. Или Маркс? МР, Макс. Ну, ты просто, я понимаю, что МР это мистер. Ну да, да, да. Почему злой? Почему я злой? Ну, вроде пригласил. А, меня чуть пригласили. Так. Ну, смотри. Здесь не все есть. Я, к сожалению, не вижу, например, ни Солдера. А, нет, Солар вот. Ну, Солар есть. И он в игре, да? А, да, он в игре. Мистер Макс. Так я вроде назвал. Тоже... Или я неправильно сказал. Как ник читается, Рейсер? Ну, через A? Рейсер. Рейсер. Ну, гонщик. Типа, по идее. А, если... ну. Если правильно читаем. Витя есть тут? Нет, его здесь нету. Ну, его и в сообществе как бы нету. Ну, я тебе про сообщество и говорю.
А, не, ну я просто говорю. Типа, мало ли ты про то, что я типа его не пригласил. У тебя режиссер есть. Так что зашел. Блин, единственный минус то, что на Ютубе очень сильно борется с копирайтом, поэтому нельзя вставлять нормальную музыку. Ну, в смысле, я, конечно, не говорю, что осты к Старкрафту плохие, но было бы интереснее играть с другой музыкой. То есть, такой типа ломаный... Он говорит, что ракер. То есть, читается как пишется. Тут отрицается правило английского языка. А, окей. Ракер, окей. Что-то у нас какой-то сегодня такой тихий стримчик, спокойный, вообще совсем тихий. Как-то... Не знаю, меня просто, ребят, как-то очень сильно YouTube расстроил, поэтому, ну, настроение немножко упало в этом плане. Без обид, как говорится. Все, больше я этой функцией никогда в жизни пользоваться не буду, я не знаю. Пока ее не наладят нормально, ну его. С трансляцией вот этих через YouTube. Ну, они, типа, знаешь, мне сегодня так, типа, предложили, опробуйте новые возможности новых трансляций. Я зашел, и твою ж мать. Лучше да бы ну я туда... Нафиг. Лучше бы я туда, в принципе, больше никогда не заходил. Я вас пригласил, ребята, почему вы не заходите? Кто? Ракер и этот... Ра... Death Protect... Хокр. Один раз было 163 человека. Это было самое большое нашествие людей на стриме. А самое большое нашествие лайков во время стрима было 107, по-моему. Это я помню, было весело. Мы тогда что-то объявили, по-моему, что стрим будет на час дольше проводиться, если, типа, наберется 100 лайков. Тогда в итоге там что-то было около 70 человек на стриме и около 100 лайков под этим, под стримом. Ладно, я думаю, что я начну тогда, раз половина как-то отклоняет, так что, ну, суть, собственно. Ну, там без одного места, без двух мест. Ну да. Ну, большая часть зайдет, то есть там 12 человек, по-моему, или сколько у нас максимально. Угу. Ну вот. Остальные уж что сделаешь? В следующий раз пригласим. Не, карта хаос, гадость. Поверь. Гадость. Поверь, Наруто, согласен, нас будет с тобой много людей. Не знаю почему. Я просто в этом уверен, не знаю по какой причине. Знаешь, я сижу и так смотрю, ну, типа, на твой сначала ник, типа, выбираете карту Ходс, потом на твое обращение к Доге, и я такой, стоп, зачем ты сам про себя говоришь, чтобы, типа, ты... ну, потом понимаю, что у вас с Наруто одинаковые концы. Да-да-да. Причем у вас ники примерно одной длины, как бы, ну, на один знак есть, только меньше. Critter Planet. Или Крайт. Крит. Ладно, пока загружаемся. Да. Как всегда, долго, правда. Что такое? Голосование на GoodGame. Кто из модеров Бяка? Я знаю, кто из модеров Бяка.
Давайте мы, кстати, Бастион запустим. Там классный саундтрек был, я помню. Я бы даже сказал, офигенный. Я думаю, вам даже понравится, наверное. Я сейчас посмотрел просто на Бастион, короче, нету этого. Я потом что-то написал. Наверное. Так вот, на Бастион, короче, нету этой. Голосование как бы Доги редактирует. Я его попросил туда вписывать новые карты. Офигенный музончик у Бастиона, не знаю, мне нравится. Думаю, вам тоже понравится. По крайней мере, будет какое-то разнообразие, в отличие от стандартного старкрафтовского музона. А там уж скажете потише, погромче, если что. В основном потише, погромче, это, конечно же, обращение именно к Доге либо колдуну, чтобы они выбирали и сказали мне все-таки. Да ладно уже, чё. Черт, я долбанная пробка опять. Снова. Где ты? Я тут. Ну понятно, я в том смысле где. А, ты там же, где всегда? Я вот здесь бегу. Не, я пошел в другое место, короче. Где ты? Ну там, где ты обычно стоял. Как будто я помню, где я обычно стою. Я как бы в разных местах всегда. А-а. Я тебя все время в одном и том же месте находил. Ну ладно, с Локи постоим, че. Хорошо. Интересно, тут уже. У меня вопрос, а почему я ничего тут создавать не могу? А тут нету, тогда я здесь постою. Ха, лол! Ну ладно, зато газ собрал. Я нашел себе место. Нашел себе место? Я как-то долго думал, где мне жить. Тыкни. Где ты? Сейчас. Ты там один? Я там один. Отлично. Я бегу. Но у меня очень большие проблемы с НКМ будет со всем этим, потому что, ну, я типа ушел оттуда, где я был. Общежитие. Угу. Ты имел в виду, что я постоянно вот здесь? Да-да-да. А. Вот такие дезертики. Ну, я думаю, что я так построюсь. Ничего страшного в этом особо не будет. Я думаю, никто возражать не будет. Ну да. Есть что потом с эспенчиком поможешь? Это же, знаешь, это глобальная проблема денег, все дела. То, что ты до сих пор грузишься, это проблема с батлнетом. Агайс. Меня там не бьют? Человек мне написал, что он любит, когда я играю за пробку, но при этом ему меня жалко, что я редко бываю с зилком. Спасибо, че. Не, на самом деле я в последнее время как-то очень хреново играю за зилка, если честно, поэтому... Кстати, на самом деле, я не помню, но здесь можно как-то вообще вот этот угол карты заблокировать. А, я вспомнил. Короче, смотри, один пилон вот сюда ставишь, один пилон вот сюда ставишь. И, короче, блокируешь так, типа это, зелка. Он ни сверху, ни снизу не пройдет. А пушки можно очень много пушек поставить. Не, почему? Ты смотри, здесь же обойти, по идее, можно. Нет. Как нет? Вот тут. Нет, если ты. А, все, я понял. Две вот эти платформы блокируешь. Все, 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 да, я понял. Место меньше занимает. И он, кстати, пушки твои не видит. Точнее, ну, нет, стоп, он видит, да. Видит. Зачем ты ко мне, Хуман, пришел? Вумен, зачем ты ко мне пришел? Хуман, он опять... вон у него стоит генератор в углу. Крыс.
Что-то типа того. Подожди, а. Мистер Макс. Ну, а пока вы напишите, как вам музончик. Мистер. Мне интересно ваше мнение, как говорится. Что-то как-то ему прям совсем плохо. За что вы его хотите? А что? Не знаю. Кто-то проголосовал за ремув. Если их волнует то, что у него стоит один генератор и больше ничего, то это нормально, это же хуман. Ну да. Я всегда по такой тактике действую. Тактика. Да. Хотя, такая тактика. Хотя какая это, по сути, тактика? Это так. В кавычках. А что написал, Сазил будет? Я вам помочь хочу, а вы... Что, я тебя не кикал? Мы тебя не трогали. Нам вообще без разницы, живи как хочешь. Ты не маленький. Сам можешь о себе позаботиться. Да-да-да. О, мне кто-то минералы даже дал. А ты запрашивал минерал? Нет, мне их просто дали. Просто так дали? Просто дали, да. Окей. Бывает. Окей, сяп кому-то. Лок. Я его не вижу. Не знаю. А, вон он. У тебя ген 8, да? У меня? Да. Ну, ты говоришь 8 уровень. Нет, 8 уровень этот. В пробках. А, ну так у меня тоже. Ну, мы с тобой играем почти этот. Да. Одинаково. Согласен. И это проблема. Почему? Плохо. Много играем. Хотя я помню, у меня 19 уровень был, по-моему. До этого. Потому что какие-то обновы потом были. Угу. Пробки. Пробки против Зилота, там частей 3, по-моему. Что-то типа того. Нет. Две части. Третья нет. Это хрень. А, это ну если копия второй, по сути. Почему я играю не в третью, как бы, а именно во вторую? Потому что вторая это лучше сделанная. Генераторный хуман. Генераторный хуман. Чем занимается Зилок, кстати? Он бегает, ищет. Но он сейчас вон у Доги. Угу. Он вижу. У Доги обычно бегает. Ну, у них с Доги, да, я понял. Веселые дела, короче. Ага, спасибо, удачи. Доги его, я так смотрю, потихоньку убивает. Ему побольше пушек, 2-3, и он его будет более-менее уносить. А мне надо уже шахтера. Мне нужно развить профессионального шахтера. Туплю я. Уже у меня. Ну, я его тоже поставил. Что-то я ж, ты как бы не забываешь, что я развиваюсь медленнее, потому что я бегал в начале карты, а ты на этот момент уже стоял. Я бегал на 5 секунд меньше, чем ты. Больше на 15 или 20 бегал, а я, поверь, это важно. Ладно, ладно. Я не получал денежку. Все. Денежка. Да, коммент с Ютуба попадает на стрим. Правда, я не знаю, услышно. Ну да, коммент попал. А что за коммент? Ну, коммент про то, интересно, попадет ли этот коммент. А, ну логика, да? Да, классно. Обычно выносят меня, но сейчас что-то вот начали выносить Доги. И знаете, я вам так скажу, мне нравится, когда вы выносите Доги, а не меня. Выносите Доги почаще. Ну,
привет, привет. Так, мне нужен мегавол, короче. Но я думаю, что я профшахтера еще одного построю. Может, мне его сразу напугать чем-нибудь? А что, у тебя этот? Пришел? Чуть-чуть. Балуется. А, так его уже... Чё? Если я сейчас пушки апгрейдить начну, то он умрет. Он от этих уже умирает. От 5 уровня башни. А. У меня, по крайней мере, 6 пушек стоит, он от них падает. У Доги просто одна стояла, поэтому не выносила. Проблема. Он, если даже он палит стрим, он не может знать, где я. Хотя, со мной рядом дезертир, он может смотреть на меня. Как-то. Ну да, как бы. Вообще-то... Подгляду. Не, а видно. Ты же желтый. Типа это. Я же желтый. Все логично, я же желтый. Логика, да. Что у нас пока тупик? Че, никому минералы не нужны? Почему их никто не покупает, а? Ну, давай сказать, я не могу. Давайте, покупайте минералы. Мишка! Не тупи. Тут он выдержит еще. Я не знаю, я все равно чуть-чуть успел разжиться на минералах. Тут-то. Мне кажется, будет ген 8 уровня сейчас. А, я забыл. Я забыл его улучшать. Так, а что-то у меня как-то тихо добывается все, да? Да нет, у меня шахты я ставлю потихоньку. Сейчас у меня будет 8 вскоре. А там несложно вроде. По сути-то. По сути. Блин, знаете, вот в чем у меня вчера была, короче, проблема в Варкрафте? Это в том, что когда я играл с вами, там был лимит на максимальное количество денег. Да ладно. В 1 миллион, да. И я не мог набрать, допустим, сразу на 2 дерева, и мне приходилось добивать его, обходить. Проблема. Жесть. Проблема на самом деле. Другому не скажешь. Кто-то минералы попокупал. Я думаю, что 3 рабочих мне пока хватит. У тебя вот тоже, смотрю, 3 рабочих как раз. Еще будет генератор 9 уровня уже. Mm-hmm. Вот-вот, его построю. Ну, будет. Что там? А, да все, там человек. Ну, он, кстати, чуть не умер. Зелок чуть не умер, ты видел, кстати? Да. Но, правда, ему дали очень много денег. 12. Угу. Но я же говорю, он у меня умирал под 6 риперами. Я понимаю. Но все равно согласись, что это многовато денег для зелка. Нормально. У нас одновременно мастер-шахтер построился. Ну, зато у меня как бы этот нет, этого. А, слушай, зато у меня стенка выше тебя. Ну, не стенка, а этот, генератор. Да, на один уровень, я знаю. И стенка, кстати. Ну, я и не играю пока что. Ты к тому, что у меня сейчас будет как бы и стенка грейженная, и генератор уже 10-го. Угу. А у кто? Не знаю, кто-то. И так главное, не спалился даже, да? Так. Я помню, как мы играли в карту бога. Чувак, улучшай пушки.
Нифига там собака. Нахрена ты привел сюда его? Кого? Да кто я, ты? Блин, хуману говорю. Хуман, ступидите. Привел сюда его. У пса там... А что у пса? У пса ничего. Пошел вон отсюда. Даже плюс 12 тысяч корма как-то не очень зелку. Но танки он навряд ли выдержит. Он танки навряд... Да блин, слушай, ну да. Боги Тор стоит. Я могу то же самое сделать. Он генератор палить не хочет. Кого еще убил? Да, его кого-то еще убил. Я, короче, сейчас ультра-шахтера буду сразу ставить. Ультра? Я уже почти на нее накопил. А, вон он. Кто? Ультра-шахтер. В смысле, у меня еще нету. Я понял. Синенький, который. Угу. Теперь есть. А, лайбрери же надо еще построить. Все время забываю про библиотеку. А, библиотека. Да, собак, выйди. Да улучшай ты пушки, ё-моё, чё ты прям, не знаю. Я хочу на полна шахтёра накопить. Ой, да ладно тебе, лучше пушки, пусть собака уйдет, не будет качаться. Если кто-то помнит, как Дес вообще-то играли. Я прочитал этот комментарий, народ. И он действительно большой. Слишком большой. Я, в принципе, могу уже построить этот... двух туренов, как бы, ну, то есть, но я пока коплю на рабочих. Второй ультрашахтер. Второй ультра-шахтер. Я не знаю, как-то сразу четвертый обычно строю, я не строю третий. Кого? Ну, эти. Упс! Я пробку случайно заблокировал. Бывает. Я там немного пушек. Не, нормально, а что? Да все хорошо. Есть смысл уже, наверное, копить на легендарного шахтера. Сразу на желтого.
Но я, наверное, не буду так делать. Я накоплю лучше на шахту 512, которая... Он быстро убежал от моего. Построил турену, он как-то сразу сбежал. Что-то почувствовал здесь неладно. Типа того. Я же сказал заранее, что у меня на турена спокойно хватает. Он этого не слышал. А вдруг он палит стрим? Наверняка палит. Что ты скажешь тогда? Кстати, единственный минус то, что в крысочатике не читается это, комментарий. Ну как, точнее, не читается, но... ладно, в общем. То, что там смайлики не читаются, вот, да. Собачка Торов, кстати, не держит. У неё регина нет, ладно. Пока таурки, что ли, построю, не знаю. Чисто так, чуть-чуть. Чтоб собачке если что привет передавать. Зелку, кстати, походу определенно не понравилось то, что я сделал. Можно сказать, он этого чуть-чуть не ожидал. Это да. Могу я там действительно всем давать рабов и прочее. И, не, на самом деле в боге я тоже могу давать, только там это делается через команды. Что, убили что ли, или что? Или демонтаж? Нет, нет, зачем вы хотите демонтировать Локи? Зачем? Зачем вы кого-то демонтируете? Зачем вам это, ребята? Злые люди. Злые-злые люди, да. Ну как там на легендарного тут? Ну уже, сейчас выйдет. Вот, пошел. Вижу. Не, довольно быстро купится на самом деле. Угу. Скажется, что долго. Чё он там держит-то, кстати? А тут в доге уже, короче, турнчик есть. Торов много что-то. Где? У доги. Да ладно. А вообще-то инфестора, блин. Посмотри, сколько торов у меня. Нормально столько. Интересно, мне Зилка предупреждает, что я в любой момент могу построить Турена. Лол! Просто посмотри на эту наглость. Не тупи! Серьезно, он надеется убить его одной пушкой? Да выпендривался. А, Таурен. Я что-то смотрю, как это так-то? Я ж предупреждал его, не подходи. Как-то смотрю, смотрю. Не убивать, не убивается. Потом бац, три удара, дают труп. Что? Как так, да? Думаю, ну все, проиграли, да? Да не, я сам Таурена хотел поставить, только с другой стороны. Чтоб когда он наверх убегал. Но он точно этого не ожидал. Вот серьезно не ожидал. Неожиданность такая. Rising Nation Ender God. Давайте попробуем.
Не, понимаете, в чем проблема? Как бы вам сказать? Там не суть важно, у кого был Таурен раньше, у кого позже. Главное, что его вовремя нужно поставить. Но он этого точно не ожидал. Я в этом на 100% уверен. Давно мы, кстати, действительно в эту карту не играли. Давайте попробуем, почему нет. Я тебя пригласил, кстати, пить ее. Мне написано принять приглашение. Сейчас я перезайду. Тут одно место осталось. Я перезахожу. Здесь на 7 человек. Доги зашел раньше. Окей. Доги такой пишет, колдуна мне, черт. Видишь, с человека комп в синий экран из-за коровок уходит. Я знаю, я уже почитал. Ужас. Может там... У меня проблемы были только с Нексусом. А. Да. Тот роковой день, когда я придумал то правило. Я говорю, может просто, знаешь, взять и сделать вот таком экранчике стримчик. Просто хороший экранчик, хороший стримчик. Так, ладно. В итоге вспомнил эту карту. Что такое? Ладно. Надо сейчас смотреть, какого цвета у нас доги. Доги у нас голубой. Доги голубой, окей. Я ему дал ядерку. Ладно, на самом деле, давайте мы найдем кого-нибудь, кому мы будем помогать. Давай ты выберешь из шестерых человек, кому я буду помогать. У нас есть Ньюспарт, Доктор, Гагарин, Хуман, Салар, Доги. Справа Ники. Чё? Справа Ники указывается. Ну, я тебе и читаю. Ну, я как бы вижу. Ну. Давай. Пока как раз у нас зависли. Кому мне из них помогать? Вот просто, рандомно, давай. Рандомно. И тишина. Пусть доктор будет. То есть тот человек, который лагает, да? А, он лагает? А, все, я только сейчас заметил. Все, доктор, не надо. Не, доктор, не судьба, да?
Лагающий доктор. Я помог бы дезертиру, но у него какой-то подозрительный зеленый цвет. Да. Похож на стримера чем-то, да? Так вот, еще раз, кому мне помогать? Давай. Ну? Пусть будет Солар. Хорошо, а Доги мы будем просто пугать. Как обычно. Че за... Что ты творишь? Ты видишь это, да? Ты видишь этот ужас. Да, 10-секундная задержка. Итак, Солар, говоришь, да? Кем у нас Солар играет? Боже, ё-моё. Он играет тиранами. Ну, во-первых, тоже его малость напугаем. Комментарий не заставил себя долго ждать. Ну что ж, давай дадим ему двух туров. И давай дадим... А, стоп, ну здесь, в принципе, все нормально с этим. Я думаю, ему хватит только рабочих. Итак, следующий, кому я буду помогать, давай, выбирай. Хуман. Хуман у нас красный, играет за зергов. Зерг. Хуман, красный, зерг. Хорошо. Хуман, красный, зерг, окей. Помог, следующий. Ньюс Парт. Си. За кого именно? Он играет-то? За прототосиков. Давайте сделаем ему вот так. А нет, походу не висит. Так. И допустим, ну не знаю. Ему хватит. Татосиков. Ой. Это фиганик. Это ой. Это ой, это скин. Да, будет запись на ютубе, ее можно будет посмотреть. Естественно будет. То появится она, скорее всего, чуть позже. Но, по идее, проблем с ним не должно быть. Это да. Потому что записывать первоначально все на две. Итак, следующий. Ага. Угу. 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 Дай что-нибудь лагающему доктору. А мы его разве не кикнули? А он вылетел разве? Да нет, вроде строится. Лагающему доктору, говоришь? У нас тиран. Ну вот. Дам ему два танка. Бэтл-крузер. Три гаста. И немножко мариков. Дальше. И Гагарин Клаб. У нас фиолетовый, да? Mm-hmm. Тоже зерк. Только фиолетовый. Хорошо.
Так, раз. Давай тоже вот так. И давай тебе, например, дадим вот так. Поможем ему таким образом. Дальше. А дальше вроде нет никого, да? Угу. Доги остался только и все. Ну, доги я не буду помогать. Могу на нее ядерку сбросить. Ты думаешь, ему понравится такая помощь? Почему нет? Так, на самом деле надо забиндить, чтобы мне постоянно сюда не возвращаться. И, допустим, вот эту хрень тоже. А вот сюда вот забиндить остальные. О, отлично. А, отлично. Хуман чуть-чуть в шоке был. Что говорит, вообще происходит? Дискриминация по признаку доги. Ну да, это как по половому, только по доги признаку. Хотя здесь мне их будет проще убивать на самом деле. Ну что ж, я жду ваших решений, я пока не строю себе армию. Хотя стоило бы, наверное. Что-то меня как-то... Маус, неправильно построился газ. Окей. Потом посмотришь сейчас, как у меня газ построился, будешь смеяться. Перебор. Правда, минералы и все прочее не нужно. Увидел. Правда, минералы и все прочее не нужно, но мало ли. Почему бы нет? Я думаю, чуть-чуть танков хватит, чтобы остановить некоторые, возможно, надвигающиеся на меня войска. Жалко только, что у меня лимит довольно маленький. Зато я помню материнки, которые скрывали материнки. 400 лимита. Всего лишь. Ой. Вот как работают настоящие материнки. Отлично. 400 лимит минок. Интересно, когда доги это заметит? Я не знаю. Я все вижу. Заметил? Да-да-да. Не, ну я как раз, знаешь, так только спросил, типа, интересно, когда он это заметит, и он тут же не ответил, типа, я все вижу.
как бы идет. Сейчас будет война между доктором и Ньюспартом. Кто из них выиграет, интересно. Не знаю. Так. Вполне возможно, Наруто, вполне возможно. Жалко, что Зелнаги нельзя строить на этом. Как он называется? На слизи. Зачем ты добываешь ресурс? Просто так по фану. Окей. Говоришь, как будто я не имею права добывать ресурс. Я обиделся на тебя. Доктор не вылетел. Он влагал, но не вылетел. У меня сейчас была охота за птичками. За птички? Попытайся убить птичку. Что, не получилось? Получилось, не получилось? Убил другую. Окей. Убил доги. Пытался убить птичку, убил доги. Убил камни. Ребята, развивайтесь быстрее, на 25 минут я вас убью. Да ты профессиональный киллер. Кто-то ходит, людей убивает, а ты убиваешь птичек, камни. Квесты. Коровок. Коровок. Кого последним будет решать, буду решать не я. Бедный, просто его разорвало к фигам. Его просто уничтожило морально, материально и прочее. Я Ник не увидел, говорит, но сейчас к нему. Давайте, давайте, ребят, развивайте, я пока жду, пока жду. Ждем, 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 ждем. Ждем, ждем, ждем. Мне просто интересно, то, к кому это пойдет, это тому человеку понравится, как ты думаешь? Не могу сказать. Ну, подумай все же. Мне просто интересно твое мнение. Этих ребят много. А, я вижу. И пойдут они вот сюда. Как ты думаешь, ему это понравится? Думаю, да. Ты, говорит, зря, док. Доги лол, короче, он построил и тосов, и это, и тиранов. Сто пятьдесят девять юнитов. Представь армию 159 юнитов этого типа. Yeah.
Ну окей, доги, ты приблизил этот момент. Если можно какое-то разнообразие делать. Я совсем чуть-чуть убил доги. Что Доги такого сделал? В смысле? Ой, Доги, Хуман. А что Хуман сделал? Ты голосовал, не видел в этом. Нет, не видел. А я все еще добываю ресурс. До сих пор. Нормально. Пятьдесят 9 страшных юнитов пришло. И первый погиб Солар. Бедный. Есть такое. Я посмотрю, Хумана очень любит. Тем временем Солар с кучей торов. Убивает. Доги покидает игру. Хуман еще жив? Уже нет. Как нет? Ну, его убили как бы. Почти. Почти, он должен умереть последним. Почему? Не знаю, так люди решили. Должен умереть последним? Да. Не знаю, почему конкретного. Сейчас тогда. Где у нас там Хуман? Ну, у Хумана появились вновь рабочие. Вот это, видимо, было для доктора неожиданно. Я не дал убить доги. Что я должен сделать? Так, я убрал армию своих мега-чувачков. 159, которых было. Агась. Почему-то тут червь где-то рядом. Не вижу этого нехорошего человека. Откуда он по доги шмаляет? Ну ладно, доги пока выжил. Все, где у меня? Какого фига они тоже выжили? Они должны были умереть давно. Почему они выжили? Не знаю. Так, отлично. Так, в это.
Так, отлично. Где-то у меня еще юнит есть. Какого фига у меня надзиратели зачем-то здесь стоят? Ну ладно. Че, говорит, воронку делать было? Так, я свою базу уничтожил. У меня, в принципе, юнитов, по идее, больше нету. Теперь я могу спокойно накапливать любого типа юнитов. Я думаю, я сделаю вот так. Это будет долго. Как вы думаете, сколько этих юнитов может поместиться на карте? Не знаю. Пока приземлилось 147. Итого, в лимит в 400 может поместиться ровно 200 этих юнитов. Блин, как же они красиво все садятся и убивают все это дело. Значит, говорите, хуман должен умереть последним, да? Сейчас займемся этим. Жалко мне хуман. Поверь, не его стоит жалеть. Все разом так сели. Стоит жалеть воздух Протоса. О, это да. Океан викингов. Перед тем, как сесть, они еще, короче, стрельнули пару раз. Так, садимся. Фигушки, доктор. Я твои ядерки вижу. Не получится у тебя такая. Тех, кто их запускает. Да-да-да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто-то больше не может пускать ядерки. Не, у доктора, конечно, определенно еще что-то осталось, но... Тем не менее. Я, кстати, только шторма давно не видел. Я столько шторма давно не видел. Надо добивать уже все-таки чем-то их более интересным. Доги-то мы добьем просто вот так, я думаю. Еще игра будет? М? Еще игра будет?
Нет, это последняя была игра, о чем я, в принципе, сказал заранее. Еще мне нравится то, что здесь я могу, например, как ставить минералы, так и убирать их, например. Можно в самом начале, знаешь, оставить один минерал всем. Типа, развивайся как хочешь. Ну, газилку, один минерал. Ладно. Что я хочу сказать? Во-первых, напугаем Нью Спарта. Самый малость. Он этого еще не видел, по идее. Ну, не видит, это тупой. Знаешь, когда на тебя десантируется куча танков, это немножко нервирует. Тем более куча разложенных танков. Так, ладно. Вызовем наш веселый флот а-ля Ямато Эдишн. Блин, какие же они медленные, когда они не раскачанные, честное слово. Стоп! Ну боже, что это? Откуда у него столько рабочих? Не знаю. Нахлепать успел. Там даже некоторые несут виспен. Так ты ему рабочих дал еще. Ну, он там сам как бы в основном. Еще и сам плюс. Сколько же их много. Надеюсь, ему было жалко рабочих. Почему, кстати, не наносится урон ей? Что за фигня? Кому? Этой нехорошей женщине. Ну, я имею в виду, как они называются, клетки. Клетки не наносятся урон почему-то. Печалька. Так, где у него тут? Лед. Я убил бара... я не могу убить барашка! Нечестно. Я могу убить минералы на карте, но я не могу убить какого-то барашка? Да, нельзя барашка трогать. Зачем он распространяет плетки? Он думает, что я их не увижу, они как бы на карте очень сильно отображаются. Ладно. Что мы с ним сделаем? Я думаю, что так как мы здесь не можем кидать ядерки, мы убьем его как-нибудь по-простому. Рабочими. Это идея. Итак, какой же зерк сильней? Вот этого он точно не ожидал. Уже ранее.
ха, рабочие выигрывают. Немного не ожидал, что ты будешь убивать его именно так. Ты? Он. Уман. Я думаю, в принципе, мало кто ожидал, что я буду убивать его именно этими рабочими именно так. Эти рабочие профессиональные боксеры. Что-то типа того. Эх, ладненько. Завершили мы, в общем, стрим кое-как. Такие дела. Да. Завинили рабочие. Лимит рабочих выиграл. Ладненько, что я хочу сказать. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи и пока-пока.